Прежде всего, эти районные чтения у нас, они ведутся с благословения его высокопреосвященства, высокопреосвященства Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского. Вот, к этим чтениям мы, конечно, готовились. Вот, для нас, для нашего благочиния, это первые районные рождественские чтения. И здесь будет участвовать и наше духовенство, вот, представители образования, администрации. Вот, будет также выступать и аспирант Духовной академии Максим Злобин. И сделаем доклады, вот, для того, чтобы было объемное содержание этих чтений, вот, и рассмотреть важнейшие вопросы о нравственности и духовности подрастающего поколения молодежи. На этом мы видим, что сейчас идет очень много подмена ценностей, вот, и традиций, вот, на которых зиждется патриотизм, любовь к родине. Поэтому мы хотим их обозначить, особенно в рамках столетия после революции до наших времен, чтобы мы сделали выводы, вот, какие причины происходящих войн, революции, нестроений, чтобы на этих опытах мы познали сущность греха и больше этих ошибок не повторяли в будущем. Вот. И для молодежи, конечно же, это очень важно, знать свою историю, вот, и на чем созидать свою дальнейшую жизнь, на подлинных нравственных ценностях, которые нам дает Святое Евангелие, учение Христа Бога нашего. Андрей, вот она. Эти чтения районные, красноармейские, проводятся в рамках международных рождественских чтений, которые в этом году будут проходить по теме «Нравственные ценности и выбор человечества, и будущее человечества». Чтения проводятся фактически в таком формате впервые. По инициативе благочиния Красноармейского района Волгоградской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Академии последипломного образования Волгоградской. Чтения будут проходить в традиционном виде, то есть здесь и выставка детских работ, здесь и подготовленные творческие работы на литературные темы, связанные с Рождеством и Пасхой Христовой. В начале, как всегда, у нас будет молебен на всякое благое дело, затем пленарные выступления главы администрации, замглавы администрации Красноармейского района, управления образования. Приехал к нам и председатель религиозного отдела образования и катехизации Волгоградской митрополии игумен Христофор Казанцев. Он тоже выступит со своим благословением. А потом начнется работа по секциям. Секций в этом году у нас будет две. На одну мы приглашаем преподавателей образовательных учреждений, работников дошкольных образовательных учреждений, дополнительного образования и работников культуры. На второй секции у нас будут преподаватели воскресной школы и родители. Да вообще все это делается для молодежи. Все, что мы проводим, как сказал наш известный миссионер протоиерей Андрей Ткачев, если мы произносим слово, даже связанное с художественной литературой, мы фактически проповедуем Слово Божие. Все, что мы читаем, все, что мы говорим на таких мероприятиях, это ведь Евангелие. Мы возвещаем нашей молодежи, которая фактически утонула в виртуальной реальности, мы возвещаем нашим детям путь к спасению, надежду на спасение. И мы отвечаем, пытаемся ответить им на самый главный вопрос. В чем смысл человеческой жизни? Вот все такие мероприятия, они как раз и нацелены на то, чтобы ребенок хотя бы задумался. Мы не обольщаемся тем, что после вот таких мероприятий ребенок
пойдет в церковь или начнет активно заниматься своим духовным здоровьем. Но это заставит его задуматься. Семя. Семя посеянное, оно обязательно даст плоды. Рано или поздно. Вот такой, такая наша надежда на проведение таких мероприятий. Эти рождественские чтения – это первый год, когда мы выстроили с учетом уровня благочинных. Ранее они были региональные, все епархиальные отделы принимали участие. Но что, но мы видим, что наше взаимодействие с органами управления образования, с образовательными учреждениями набирает все больше и больше оборот. Мы видим, что российская нормативно-правовая база нам позволяет это делать. Поэтому в этом году мы запланировали и благочиннический этап наших епархиальных рождественских чтений. Это дало свою пользу. Безусловно, эффекты такие, что священники благочиния, директора образовательных учреждений могут непосредственно общаться для обсуждения проблемы духовного развития и нравственного воспитания детей на ценностях православной культуры. Это новое для нас направление, и мы ожидаем в первую очередь, что то напряжение, которое есть между работниками образования, настоятелями прихода, это отчасти недоверие, отчасти даже недоумение, отчасти непонимание, зачем это нужно. Но эти проблемы, они уже снимутся, и мы сможем сформировать на уровне благочиний полноценные команды, которые будут находиться и священники, и работники образовательных учреждений, и даст, конечно, большой-большой плод нашему делу духовного воспитания детей. Здесь представлена выставка, носит выставки две доминанты: ярко выраженная краеведческая и ярко выраженная рождественская. Это значит, что в подготовке к этой выставке дети познакомились с историей православия в родном крае. Это значит, что когда рассматривались и создавались работы, посвященные Рождеству Христову, дети обратились и к событию Рождества, и к его смыслу, его праздника. Безусловно, это все работает на их становление внутреннего мира. Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу работу. И, как и положено, благословен Бог навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже, на слава тебе. Небесный утешитель души истины, и же исповедайтесь о Господе, яко благ, яко век милости Его. Господи, явися нам, благословен гряди, во имя Господне. По вышедшему душами именем Господним противлягся им. Господи, явися нам, благословен гряди, во имя Господне. Я умру, жив буду и повем дела Господня. Богу, Господи, явися нам, благословен гряди, во имя Господне. Камень Божий непригожий, зиждущий сей бысь во главу угла от Господа бы сей есть дивен в очи всех наших. Бог, Господи, явися нам, благословен гряди, чудай моя, твой
Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякого зла избави. Я поедин со всеми человеколюбие. Скорый заступление грех и помощь, Господи, благодати и сила Твоя ныне, и благослови, укрепи, и в совершении намерения благого дела рабов Твоих произведи, вся велика Божьеши, яко всесильный уход Творите Божьеши. Ходатайство к Отцу непреложное, не призы грешных молений гласы, но предварие полагая на помощь нас верно зовущих тих, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий престол Богородицы чущий. Святаго Евангелия, мир всем. И Духу Твоему. От Матфея Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Рече Господи, просите, дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам, всяк бо прося и приемлет, ища и обретает, и толкущему отверзится, или кто есть от вас человек, и божаще воспросит сын его хлеба, и да камень подаст ему, или аще рыбы просит, и да змею подаст ему, аще уба вы лукави суще, умейте даяние блага, даяте чадам вашим, коль ми паче Отец ваш небесный, даст благо просящим у Него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтеся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Германе, и о всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Богу хранимой и стране нашей, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Призри человеколюбчим, милостивым твоим оком на рабы твои, зде предстоящие, молящиеся тебе, Твоему благоутробе веры припадающие, услышав моление их, благое намерение и дело их, благослови, и благополучно начать и спешно, кроме всякого препятия, во славу Твою совершите, яко всесильному Царю молимтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во всем спаспешествуя всем во благое, Господи, милостивной рабом Твоим, зде предстоящим, молящимся Тебе, поспешествуй, спаси, ибо благополучное совершение дела их спешно произвестися, благослови, молимтеся, все моги, владыку, слыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангела Твоего, хранителя, приста
заведелось ему, благоуветливи, Господи, и еже воспетите вся препятия видимых и невидимых врагов, поспешество же во всем ко благополучному совершению делающим сотворите, молимтеся, преблаги, спаси, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Твою вся творите, повелевая, Господи, рабом Твоим зде предстоящим, молящимся Тебе, ко Твоей славе дело свое начинающим, благословением Твоим, поспешество благополучное, с довольством к совершению подажд, здравием, со благоденствием, даруем, молимтеся, все даровитые творче услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божьих, где предстоящих, молящихся Тебе, и за всю братью, и за вся православные христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышаны Божие, Спасителю нашу, упование всех концев земли, сущем море далече, милости в милости в буди, владыко о грехах наших и помилуйны, милости в бое, человека любец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Мудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. Честнейшую Херувим, славнейшую, несравненнее Серафим, без искренне Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу, Царь Величайшую. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя, Матери святых славных и всехвальных апостолов, и живо святых отца нашего, Николая архиепископа Мирликийского, чудотворца, святых храмоапостолов, Епифания, Кирилла, учителей славянских, святых праведных, Бога Отец и Акиманны, всех святых, помилуй ты, спасет нас, эко благ и человека любец. Аминь. Утверждение наше надеющееся, утверди, Господи, церковь, и уже стяжал неси честную Твоею кровью. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И сестры, за вашу молитву. От милости Божией мы спросили Господа благодати Духа Святаго на наше доброе начинание и дело себе. Бог даст, мы будем дальше уже продолжать. Сейчас мы пока разоблачимся и приготовимся. Конечно, стоит некая философия. Мы неоднократно о ней говорили. Философия личности творчества. Как религия себя... И каким образом религия влияет на своей этической концепции? И без всякой религии можно быть... Вот ссылаясь на то, что и без всякой религии можно... А на самом деле это очень непросто. Потому что религиозные ценности, религиозная мораль уйдут из жизни. Понимание добра и зла. Ну и вот такой еще вопрос в связи с только что предложенным вашему вниманию. Уважаемый Владыка, в прессе прошло сообщение, что в этом году в Москве состоится всемирный саммит религиозных лидеров. Что это за саммит? Каковы его цели? Об этом ничего не говорилось. Идеи представителей других традиционных религий, которые встретятся для того, чтобы совместно поразмышлять на тему о том, что происходит с современным обществом. И
разговоры, это будет показатель того, как мы усвоили слово нашего патриарха Кирилла, и как мы сумеем то, о чем он говорит, в дальнейшем воплотить в нашей деятельности, в первую очередь образовательной. Я немножечко поясню. Вот вы видите на мониторе, что наши районные чтения проводятся в рамках международных образовательных рождественских чтений. Хотя мы всего только вошли в рождественский пост, третий день поста, и как бы уже вот и рождественский. Да, дело в том, что по замыслу организаторов международных чтений сначала региональные этапы чтений должны пройти по всей нашей стране, и затем участники этих чтений, вот как мы сегодня с вами, обсудив очень серьезную тему, выдвинутую вот на 18-й год, на январь месяц, для обсуждения нравственные ценности будущего человечества, чтобы мы могли, имели возможность вот наши слова, наши предложения, наши дела делегировать вместе с теми, кто поедет в Москву, и чтобы они там, на секции или на пленарном ли, заседании, рассказали, чем мы с вами живем. Значит, порядок работы наших чтений. Ну, во-первых, я хотела бы пригласить сюда наш замечательный президиум, настоятеля, благочиния наше красноармейское, и в первую очередь приглашаю сюда протоиерея Сергия Тюпина, благочинного красноармейского округа Волгоградской епархии, кстати, храм Успения Божьей Матери. Затем мне хотелось бы пригласить нашего дорогого гостя, игумена Христофора Казанцева, председателя отдела религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии, настоятеля храма Святого Благоверного князя Владимира. С удовольствием приглашаю и сегодня познакомилась с заместителем главы администрации Красноармейского района Шумилина Алексея Владимировича. Пожалуйста. И заместитель начальника управления департамента по образованию Красноармейского района города Волгограда Федотова Ларису Анатольевну. Значит, каким образом будет построена наша сегодняшняя работа? Сейчас мы выслушаем несколько сообщений, докладов их можно назвать, всех тех, кто заинтересован в нашей совместной работе. Вот любимое всеми сегодня слово «синергия» как раз и предполагает, что мы сегодня собрались образовательные учреждения и благочиние Красноармейского района Волгоградской епархии для того, чтобы посмотреть на то, каким путем мы идем в области духовного развития, нравственного духовного развития и воспитания наших детей, и какие же перед нами еще стоят задачи. Потом у нас будет небольшой перерыв. Я обращаю ваше внимание, что администрация гимназии привлекла к работе столовую. То есть, пожалуйста, посетите, попейте там чайку, это выпечка там будет. А затем мы с вами где-то в час, после обеда, это где-то будет в 11:30, да, мы с вами пообедаем, и где-то часов 12 мы соберемся на двух секциях. Выбор за вами. Значит, одна из них – образование и культура, приглашаются школы, детские сады, дополнительное образование, библиотеки, музеи. Эта секция останется здесь, в этом зале. А вторая секция у нас будет посвящена работе воскресных школ. В 102-м кабинете эта школа, эта секция будет работать, и ведет секцию Злобин Максим Анатольевич, который сегодня будет у нас выступать. Вот в первую очередь я хотела бы благословить
батюшки. Сергей, вы будете, да, в начале? Да. И, пожалуйста, вам слово на выступление мистера Фатера. Уважаемые представители государственной власти, отечественные христианина в жизни современного мира. Мы понимаем, что люди всегда ощущают потребность расставить ценностные приоритеты в своей жизни. Такие приоритеты дают человеку ориентиры, определяют векторы личностного развития, побуждают стремиться к чему-то, достигать определенных целей. Поэтому от того, какие мировоззренческие принципы ставятся во главу угла того или иного общества, зависит благополучие и личное, и общественное, зависит культурный и духовный потенциал целых наций и цивилизаций. Традиционные ценности – это те, что создаются традицией, и те, которые традиции сохраняются. Речь идет о нравственных ценностях, источником которых является Бог, а не человек. Следует отличать ценности, придуманные человеком, от ценностей, которые открыл Господь. Первые являются относительными, приходящими и зачастую меняются с ходом истории и развитием законов человеческого общежития. Вторые – вечны и неизменны, как вечен и неизменен Бог. Первые зачастую основаны на личных интересах человека и ставят целью достижения земного благополучия и получения сиюминутной выгоды. Вторые призывают презреть блага земной жизни ради высших целей и ценностей. Иными словами, евангельское учение заключает в себе такие ценности, усваивая которые человек становится способным понять, почувствовать Божие присутствие в истории, в своей собственной жизни и принять в свое сердце Бога. Церковь всегда свидетельствовала о важности следования традиционным, богозаповеданным нравственным идеалам, ибо они обеспечивают духовный иммунитет, стойкость и жизнеспособность всего общества. Что же составляет основу мировоззрения нашего народа? Что русский человек считает приоритетом в своем отношении к миру? Прежде всего, это отношение к ближнему. Человек, открытый к своему ближнему, готовый к самоотвержению, способен на совершение подвига. Важное место в мировоззрении нашего народа занимает еще один евангельский идеал – идеал целомудрия. А что же это такое? Церковь учит нас, что целомудрие есть в первую очередь здравый, то есть целостный образ мысли, направленный на сохранение и укрепление целостности человеческой личности. А в чем заключается эта целостность? Целостность заключается в единстве с божественным замыслом о человеке и мире. Иными словами, цельный человек стремится выстраивать свою жизнь в соответствии с божественным законом. Почему это так важно? Как не устоит то царство, которое разделится само в себе, так не устоит и та личность, которая внутренне разделена противоречиями, конфликтами, двойной жизнью, лицемерием и ложью. Поэтому, когда мы говорим о целомудрии, мы говорим не только о личной этике, мы говорим о чем-то гораздо большем, о способности человека оставаться человеком. Популярный в некоторых государствах принцип зависимости общественной жизни от диктата различного рода меньшинств приводит к ценностной дезориентации многих людей, принятию ими на себя нравственно сомнительных или асоциальных моделей поведения. Культ потребления, в основе которого лежит стремление к максимуму удовольствия, до неузнаваемости меняет человека, превращает образ и подобие Божие в бездушный механизм по борьбе за материальные блага и услуги. И самое страшное происходит тогда, когда этот культ проникает в сферу живых человеческих чувств, как, например, любовь или дружба, и привносит в эти высокие чувства потребительское отношение по принципу «ты мне, я тебе». А если нет такого обмена, то нет и любви, нет ни дружбы. В современном мире присутствует множество идеологий, в основе которых лежат разные мировоззрения. По высказыванию святейшего патриарха Кирилла, чаяниям и интересам народа действительно отвечают лишь те принципы, которые зиждутся не на искусственно конструируемых идеологиях, но истекают из нравственной природы человека.
Нравственность всегда первична, а закон вторичен. Если бы не было этой последовательности, если бы закон не обуславливался нравственностью, то мы жили бы в страшной системе межчеловеческих отношений. Закон признается справедливым или несправедливым только тогда, когда он отвечает нравственному чувству людей. И тот кризис, в том числе законодательный, который поражает сейчас некоторые страны, отрывающие закон от нравственности, когда граждан принуждают к тем или иным поступкам в силу закона, принятого вопреки нравственному чувству, это вызов всему цивилизованному развитию. Такие игры с человеческой цивилизацией не могут быть безобидными. Бережное отношение к истории и сохранение исторического наследия – это зримое свидетельство готовности общества к усвоению уроков прошлого. Если мы будем учитывать опыт наших предков, и в частности, что очень важно для нашей страны, осознаем причины войн, междоусобиц, революций, мы сможем и в будущем не повторять роковых ошибок. Огромную роль в этом процессе играет образование, тесным образом связанное с воспитанием. Школа не может быть отделена от духовной культуры народа. Это общеизвестная педагогическая аксиома. Именно так говорил об этом классик отечественной педагогики Константин Дмитриевич Ушинский. Подразделяя школьные знания на приятные, полезные и необходимые. Он писал: такими необходимыми знаниями для каждого человека признаются умение читать, писать и считать, знание оснований своей религии и знание своей родины. Процессы глобализации, стирания межпространственных рубежей выступает как возможность унифицирования людей, стирания этнической самоидентификации, способствует размыванию таких характеристик, как национальность, делает невозможным причислять себя к той или иной культуре, народу. Копирование европейской системы ценностей и ее полное восприятие ведет к незнанию и разрушению собственных традиций. Игнорирование духовных оснований национальной культуры, отсутствие патриотизма, слепое следование идеалам европейской цивилизации неизбежно ведет к утрате обществом способности сохранять свои жизненно важные параметры. Переориентация воспитательной деятельности на идеалы индивидуализма и самодостаточности России принесло не укрепление, а снижение ценностей трудовой деятельности, патриотизма, нравственности, духовности, справедливости. Какое будущее может ожидать Россию? Цитирую Алена Даллеса, одного из идеологов холодной войны, четко обозначены цели и задачи США. Человеческий мозг, сознание людей, способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить. Мы будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем драться за людей с детских лет. Главную ставку будем делать на молодежь. Известный геополитик Бжезинский декларирует, что новый мировой порядок, гегемония США, создаются против России, за счет России и на обломках России. Россия – великое государство. Мощная преграда для любых притязаний – это ее народ. От качества народа, нации, зависит судьба страны, судьба ее суверенитета. На нас, христианах, лежит особая ответственность за сохранение и передачу духовных, нравственных ценностей будущим поколениям, чтобы не разрушилось человеческое общество, чтобы не исчезла гармоническая красота человеческого бытия. Отрадно видеть, что тезис о необходимости совместных действий, направленных на сохранение традиционных ценностей в современном мире, находит отклик у руководства нашего государства. Слова президента России в послании к Федеральному собранию о том, что государство должно всецело поддерживать инструменты, которые являются носителями традиционных ценностей и исторически доказали свою способность передавать их из поколения в поколение, в полной мере относятся к церкви. Завершая свой обзор, хотел бы сказать следующее. Духовное просвещение и воспитание нравственных ценностей молодого поколения – это важнейшая составляющая людей церкви и педагогических коллективов. Каждый из нас на месте своего служения, в соответствии со словом Священного Писания, призван проповедовать Царствие Божие, учить о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением. От души желаю всем вам крепости, душевных и телесных сил и помощи Божьей в предстоящих трудах. Слово с приветствием предоставляется заместителю главы администрации Красноармейского района города Волгоградов Шумилину Алексею Владимировичу. Призывы к формулированию общенациональных идей.
определяющих вектор развития государства и общества. Отличительными особенностями истории и культуры нашей страны являются многовековой опыт добрососедства, межнационального и межрегионального диалога, согласие народов, объединенных в историческую Русь. Представляется, что наша национальная культура немыслима без стремления к народному единству, справедливости и миру. Важно совершенствование форм и методов партнерства и взаимодействия представителей власти, силовых структур, общественных и религиозных организаций для активных действий, направленных на предотвращение проявления межнациональной розни и экстремизма. Сегодня Русская Православная Церковь и другие традиционные религии используют все свои возможности и авторитет для объединения здоровых сил общества в борьбе за мир и справедливость. В русской духовной традиции важнее всего была человеческая нравственность. На первом месте была душа человека. Ценились вера и верность, трудолюбие и терпеливость, милосердие и сострадание. Чилась семья и уважалась старость. Именно родная культура должна лежать в основе всей воспитательной системы в школе. Наших детей нам нужно воспитывать не на чуждых западных традициях, а на русских народных традициях. Только система нравственных ценностей, выработанная нашим великим народом, может уберечь школьников от разлагающего влияния чужой нам морали, чуждого образа жизни. Администрация Красноармейского района сотрудничает с национальными общественными организациями по многим направлениям. Это совместное проведение мероприятий, направленных на нормализацию, сохранение и развитие межнациональных отношений на территории района. Поддержка инициатив представителей национальных и общественных организаций в вопросах сохранения и ознакомления населения с культурой и обычаями различных национальностей с целью развития толерантного отношения к ним в обществе. Традиционно в районе проходят мероприятия, инициаторами и активными участниками которых выступают наши национально-культурные центры, православные приходы, общественные организации. Это рождественские встречи, пасхальная весна, Русь православная, Покров Пресвятой Богородицы, детский национально-этнографический фестиваль Сабантуй, научно-практические конференции «Ценности мира и общественного согласия. Залог противодействия экстремизму», проект «Палитра Волгоградской области. Выставка презентации народов, проживающих на территории района и области». И эти мероприятия можно перечислять до бесконечности. Действительно, эта работа ведется на нашей территории. Сегодня первое такое мероприятие, как новая форма работы, очень благотворно повлияет на нравственное воспитание, в первую очередь, нашего подрастающего поколения. Хочется пожелать плодотворной работы, чтобы наши районные рождественские образовательные встречи стали традиционными. Глава администрации Красноармейского района Волгограда Антон Андреевич Конин передает привет нашей конференции и хотелось бы вручить благодарственные письма за ту работу, которая уже ведется на протяжении нескольких лет православному приходу храма Успения Богородицы города Волгограда, Волгоградской епархии, Русской Православной Церкви, настоятель благочинной Красноармейского округа Волгоградской епархии протоиерей Сергей Тюпин за вклад в дело духовного образования и возрождение диалога добра и милосердия, сохранение православных ценностей, активное участие в общественной жизни Красноармейского района Волгограда. Еще у нас есть одна благодарность от главы района. Это настоятелю храма святого адмирала Федора Ушакова города Волгограда Евгению Караваеву за вклад в дело духовного образования и возрождение диалога добра и милосердия, сохранение православных ценностей, активное участие в общественной жизни Красноармейского района. Департамента по образованию Красноармейского района города Волгограда. Я бы очень хотела всех поприветствовать от имени начальника Красноармейского территориального управления Департамента по образованию администрации Волгограда Молчановой Инны Кузьминишной и приветствовать всех участников на районном этапе образовательных рождественских чтений. Уже на протяжении многих лет образовательные учреждения Красноармейского района осуществляют плодотворное сотрудничество с Волгоградской епархией. Наша общая цель – прививать нашим детям духовные основы, добро, любовь, сохранение исторической памяти, сохранение ценностей семьи. Мы призваны прививать иммунитет к проповедям экстремизма, порождающим только агрессивную и межнациональную нетерпимость.
Нам необходимо объединять наши усилия в воспитании подрастающего поколения и в восстановлении истинных духовных ценностей и нравственного здоровья общества. Образование и религия – это основа нравственности нашего народа, который формирует исторический облик культуры. От того, какого человека мы с вами воспитаем, зависит наше будущее. В этом нам очень помогает предмет «Основы православной культуры и светской этики», задача которого – воспитывать человека в традициях русской культуры и русской истории. Образованность человека в союзе с православием помогает человеку стать лучше, добрее, сильнее, активно противостоять злу и насилию и быть достойным гражданином своей страны. Очень хочется пожелать всем присутствующим плодотворной работы и дальнейшего сотрудничества. Всего доброго. Активное участие в рождественских районных чтениях церковь и образование нравится как залог целостности государства. Главе администрации Красного района Конину Андрону Андреевичу. Также мы хотим поблагодарить и руководителя по образованию Красного района Молчанову Инну Кузьминичну. Замечательно. Мы продолжаем нашу работу, и я с трепетом душевным передаю слово для доклада игумену Христофору Казанцеву, председателю отдела религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии, настоятелю храма святого благоверного князя Владимира, на тему взаимодействия религиозных и образовательных организаций в области воспитания подрастающего поколения. Спасибо большое, дорогие отцы, братья и сестры, коллеги. Ну вот мы выслушали точку зрения Святейшего Патриарха, и отец Сергий нам представил фундаментальный доклад о связи нравственности и религии. Я должен сказать, что эти размышления, которые религиозные деятели предлагают на суд общественности, они поддержаны и педагогическим сообществом, научным педагогическим сообществом. Эти размышления нашли свое отражение и в нормативно-правовой базе, как в законе об образовании, так и в федеральных государственных образовательных стандартах, что, по сути, является основанием для нашего с вами сотрудничества. Я бы сейчас хотел поговорить о том, на какой вот нормативно-правовой базе может быть выстроено наше взаимодействие. Философские и мировоззренческие подходы уже озвучены Святейшим Патриархом и Отцом Сергием. Давайте с вами вот обратимся к федеральным государственным образовательным стандартам начального образования. Всем известно, что там есть такая предметная область, как основы религиозных культур и светской этики. Если мы с вами посмотрим на личностные результаты, которые предполагаются наличествуют у детей после знакомств с основами религиозных культур и светской этики, то там, кроме любви к Отечеству, добру, милосердию, есть очень интересный личностный результат. Готовность к религиозно-нравственному самосовершенствованию. Вот услышьте, дорогие педагоги, готовность к религиозно-нравственному самосовершенствованию. То есть предполагает стандарт, что наше взаимодействие с вами поможет вам, педагогам, сформировать в детях эту готовность. И не только к просто нравственному совершенствованию, а к религиозно-нравственному совершенствованию. Это значит, что ребенок выстраивает свою нравственную жизнь в соответствии с религиозными ценностями. Готов ли педагог это делать? Может ли он это делать? Готов ли он личностно это делать? Принимает ли он эти идеи душой и сердцем? Я знаю, многие педагоги принимают, потому что наши учителя в большинстве своем крещенные люди, в большинстве своем люди, посещающие храм, время от времени заходящие, там, поставить свечи, поступающих в таинство исповеди, причащения, или, по крайней мере, положительно относящиеся к православной культуре нашей страны.
сказать, что среди педагогов есть яростные отрицатели такого взаимодействия нашего, нельзя. Хотя есть. Я встречал и на курсах в академии, и в своей личной деятельности. Но это совершенно исключительные единичные случаи. Уже сейчас мы можем говорить, что во многом наше с вами взаимодействие обусловлено не только желанием религиозных организаций, православной церкви выйти навстречу, но и тем религиозным опытом личностным, который есть непосредственно у самого педагога, его духовной зрелостью, его осмыслением ситуации в нашей стране. Многие педагоги приближаются или приблизились к пониманию тому, что без взаимодействия с православной церковью особую ситуацию не переломить. И вот вдруг мы видим, что в стандартах одно из личностных достижений является готовность к религиозному самосовершенствованию. Наверное, и педагог должен быть сам готов к тому, чтобы заниматься такой деятельностью, формировать в детях готовность к религиозному самосовершенствованию. С другой стороны, мы знаем о том, что каждая школа должна реализовать программы духовно-нравственного воспитания детей. Если мы посмотрим внимательно к требованиям этих программ, то там указывается, что эта программа должна, во-первых, формировать уклад жизни школы, во-вторых, этот уклад жизни школы должен быть выстроен с учетом традиционных национальных ценностей. И тот же стандарт оговаривает, что такое традиционные национальные ценности. Наряду с любовью к Отечеству, с патриотизмом, там упоминаются традиционные религиозные российские конфессии. Вот здесь возникает вопрос, как традиционные религиозные российские конфессии участвуют в формировании уклада жизни школы. Мы должны сказать, что пока никак не участвуют. Пока существует и непонимание между руководством, допустим, школ и священниками. Я могу сказать, что и не все священники однозначно понимают, что надо сотрудничать со школой. Я встречал таких батюшков, которые сомневаются в этом, да, и страха того, а в школе есть и дети других конфессий, и неверующие дети. Такие же опасения есть и у педагогов, такие же опасения есть и у директоров школ. Но я думаю, пока мы не вступим в диалог, пока мы не проговорим рамки нашего сотрудничества, а именно такие, чтобы не нарушить светский характер образования, чтобы не нарушить, чтобы этично отнестись к детям иных конфессий или родителей, которых считают себя неверующими. Да? Но в части желающих, мы ведь работать можем, ну хотя бы нам побеседовать, поговорить, встретиться, обсудить, что вот в какой части мы можем сотрудничать, да, вот с мусульманами, наверное, мы не можем. С иудеями не можем. Может быть, мы и можем с мусульманами, но если мы им только расскажем о православной традиции, а с детьми крещенных православных родителей мы можем, например, сходить в храм на экскурсию, да, где дети поставят свечи и помолятся. Есть вот разные возможные варианты направления. И нам очень важно сейчас это проговорить, это обсудить, это увидеть. А пока мы будем друг на друга смотреть и чувствовать друг перед другом неловкость, напряжение и опасение, конечно, наше с вами сотрудничество особо с места не сдвинется. Если мы с вами обратимся к стратегии воспитания, которая утверждена правительством и является для нас тоже документом, дающим возможность сотрудничества, что мы видим? В документе оговаривается, что система воспитания – система государственно-общественная, в формировании которых принимают участие все институты общества. Впервые об этом оговорено в документе. Это значит, что государство снимает монополию на воспитание, идеологическую монополию, как это было в советское время. Система воспитания предполагает
совместное сотрудничество образовательных учреждений, общественных организаций, национальных, культурных, бизнес-сообщества, средств массовой информации, в том числе и взаимодействие с традиционными религиозными организациями. Более того, этот документ оговаривает, а в чем может состоять наше с вами сотрудничество. Наше с вами сотрудничество можно состоять в обновлении содержания и условий воспитания. Мне кажется, это прекрасное основание для взаимодействия. Что педагог выбирает в качестве содержания для работы с воспитанниками? В каких он условиях это проводит? Отдельно проговаривается возможность взаимодействия с религиозными организациями в части внеурочной деятельности. Если на предметах мы действительно можем быть ограничены светским характером образования, мы можем быть ограничены тем содержанием предмета, которое необходимо знать ученику, чтобы он успешно сдал единый государственный экзамен, то в части внеурочной деятельности у нас с вами большое-большое поле творчества, сотрудничества. Мне кажется, было бы уместным здесь каждому приходу православному Красноармейскому району и каждому образовательному учреждению подумать о их взаимодействии. Как приход может участвовать во внеурочной деятельности? Как школа может участвовать и сотрудничать с приходом? Ведь у нас все эти основания есть. Выделил бы очень важный момент. Вот концепция оговаривает обновление содержания воспитания. Значит, мы, как религиозная организация, можем предложить новое содержание, которое вы, педагоги, заимствуете и используете в своей воспитательной деятельности. У благочиния есть сеть воскресных школ. Там прекрасно имеются наработки, там есть прекрасные учебные методические пособия. Я полагаю, что с радостью все это будет предложено вашему вниманию. И это можно задействовать и включать в свою деятельность. Вот есть одно препятствие, о котором я уже упомянул. Это препятствие, я называю, непроговоренность, недосказанность. Вот, надеюсь, вот этот форум районного значения, да, вот он будет и городского значения, 16 января будет городской этап. Сейчас обсуждается дата, когда будет областной этап таких рождественских чтений, а 25 января будет международный этап в Москве. То есть, видите, по инициативе Православной Церкви создана такая вот огромная форум, система, площадок во всей стране, где мы обсуждаем и разговариваем. Я столкнулся в своей практике с тем, что пока не будет проговорено, пока не будет обсуждены эти вопросы, то недоумение, боязнь, страх, непонимание, ощущение внутренней напряженности всегда будет присутствовать, и это будет тем препятствием, которое помешает, самое главное, принести пользу делу. Самое главное – принести пользу для духовного развития и нравственного воспитания наших детей на ценностях отечественной российской православной культуры. Я, уважаемый дорогой отец Сергий, дорогие педагоги, отцы, братья, сестры, коллеги, желаю всем вам помощи Божией, желаю вам мужества, чтобы Господь укреплял ваше сердце, потому что на секциях предстоит разговор. Вот, разговор глаза в глаза, где мы можем высказать все свои непонимания, напряженности, да, и чтобы эти разговоры, они послужили началом нового этапа, этапа сотрудничества, близкого партнерства и взаимодействия. Спасибо вам большое и помощи Богу. Следующее. Вклад церкви в духовно-нравственное воспитание учащихся.
благодарю за предоставленное слово, все честные отцы, участники образовательных чтений. Духовно-нравственное воспитание – один из аспектов воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и поведение высших духовных ценностей. Размышляя над вкладом церкви в развитие образования, необходимо заметить, что само понятие духовно-нравственное воспитание возникло в русле христианской традиции и имеет своим основанием в заповеди Христа Спасителя о любви к Богу и ближнему. Оба начала – духовное, соединяющее человека с Богом, и нравственное, соединяющее с ближним. В этом понятии неразрывно связаны и обусловлены одно другим. Как нельзя, не любя ближнего, исполнить первую заповедь о любви к Богу. Так нельзя, не возлюбив Бога, который есть любовь, исполнить вторую заповедь о любви к ближнему. О чем апостол и евангелист Иоанн Богослов пишет: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот и лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Равно как невозможно, не любя Бога, возлюбить ближнего и исполнить вторую заповедь, поскольку по слову того же апостола – любовь от Бога». Именно любовь к Богу и ближнему лежит в основе воспитания любви к своему Отечеству, уважение к культуре и духовным традициям своего народа, способности осознавать ценность человеческой жизни и соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, личностных характеристик, формированию которой современная школа придает большое значение. Если мы с этим согласны, тогда необходимо признать, что одним из важнейших показателей деятельности школы и тем более школы православной является не количество медалистов и победителей олимпиад, уровень или количество сдачи ЕГЭ, а уровень и качество отношений между всеми участниками образовательного процесса, администрацией, учащими, учащимися их родителями. Или, проще говоря, любовь, без которой, по слову апостола, все превращается в ничто. Отрадно, что сейчас на высшем государственном уровне осознается необходимость духовно-нравственного воспитания. Об этом говорят нормативные документы, по которым работают все школы Российской Федерации. Любой разумный человек должен осознавать, что достижения в образовании могут быть растратными человеком, если не будет заложена прочная основа его духовной жизни, которая является своеобразным фундаментом, на котором строится все здание нашей жизни. Здание с ненадежным и некачественным фундаментом неизбежно рухнет, даже если будет блестяще отделено, прекрасно на вид и комфортно внутри. Человек, не имущий причину духовной основы, напоминает это здание. Закладывается эта основа воспитания. Но что является надежной основой духовной жизни человека, прочным основанием его счастья, надежной опорой на сложном жизненном пути? По-разному на этот вопрос отвечают различные педагогические системы, проверенные многовековым опытом человечества. Одни из них оказались более, другие менее надежными. Одни рухнули в самом начале, являясь утопией, другие не вынесли проверку временем, либо вообще принесли горе и страдания людям, пытавшимся строить счастье на рыхлом основании. Другие оказались более прочными, но были вынуждены претерпевать определенные изменения. Исторический опыт человечества дает нам богатую почву для размышлений. Важная часть этого опыта – религиозное мировоззрение и построенная на нем культура. Необходимость изучения основ религиозных культур либо советской этики, прописанной в современных государственных стандартах. Это радует, так как до недавнего прошлого этот опыт игнорировался вообще, либо преподносился со строго атеистическим позицией. Сейчас нормативные документы дают родителям право избрать для ребенка изучение основ культур, традиций для России, религии, либо светской этики. Это не только касается курса ОРЦ в 4 классе, но возможность изучения той или иной религиозной культуры в внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного воспитания, либо как основного предмета в предметной области основы духовно-нравственной культуры народа России на протяжении всего обучения как начально, так и в основной школе. Изучение основ религиозной культуры, согласно нормативным документам, возможно и в дошкольных образовательных учреждениях.
При этом речь не идет о навязывании того или иного мировоззрения, а о возможности построения воспитательной системы в рамках школы или дошкольного учреждения с использованием богатого воспитательного потенциала традиционной религии, то есть православия, с учетом выбора родителей и взаимодействия с традиционными конфессиями. То есть нормативный документ призывает нас, то есть школу, традиционной конфессии, родительское сообщество к диалогу и сотрудничеству на благо наших детей. Такой здравой позиции может только порадоваться и надеяться, что именно такой подход будет реализован в каждой школе района. Очевидно, что это зависит и от доброго стремления к такому сотрудничеству, и от добросовестности и ответственности каждой из сторон. За последние годы уже накопился определенный опыт такого взаимодействия практически во всех школах района. За 2-3 года совместной работы уже накопился определенный положительный опыт такого взаимодействия. Главным принципом нашего взаимодействия является добровольность и ответственность. Церковь никому себя не навязывает, ни школе, ни родителям, ни детям. Традиционно-духовные ценности навязать невозможно, но не говорить о них нельзя. А говорить некомпетентно и некачественно, то есть стыдно. В то же время уходить от этой проблемы также далее невозможно. Хочется надеяться, что это будет осознано всеми участниками сегодняшней конференции. И взаимодействие также станет многогранным и плодотворным там, где пока его нет. Благо, что есть положительные примеры такого сотрудничества. Это гимназия номер 6, школа номер 64, лицей номер 4, другие школы района. Прежде всего, это касается подготовки учителей. Очевидно, что педагог, которому поручено преподавание УПК в курсе РКС, либо преподавание УПК по внеурочной деятельности, либо реализующий воспитательную программу на основе православной культуры в школе или детском саду, должен иметь соответствующую подготовку. На протяжении вот уже нескольких лет такая курсовая подготовка ведется на базе Академии последипломного образования. За эти годы сложилось положительное сотрудничество с Волгоградской епархией. А также, что курсы для учителей нашего района по УПК прошли на базе школы номер 118. Возможно, учителям изучить УПК, которые не преподавались в ВУЗе, есть дело только за самими учителями. Такое взаимодействие актуально еще потому, что православная культура при всем ее богатстве и огромном воспитательном потенциале не знакома для современного общества. Либо о ней составлены самые превратные представления. Особенно это заметно во время работы с родителями в рамках курса ОРКС. Каких только мифов не находят вокруг модуля УПК. Родители охотно верят негативной информации, взятой из непонятных источников, сплетням и слухам, не удосуживаясь спросить саму православную церковь. Как она сама смотрит на этот курс? Что он дает детям и в каком ключе преподается? Развенчать эти мифы может только плодотворная разъяснительная работа. Чтобы душа была способна к подвигу, ее надо воспитать. Воспитание происходит от слова «питание». От нас зависит, чем мы будем питать детские души, суррогатом, откровенной духовной отравой или качественной духовной пищей. Верные идеалы приобщения к духовному опыту и восприятия духовной культуры нашего народа, работа над своим духовным состоянием, родительский и учительский подвиг преобразят жизнь общества. Это не является какой-то иллюзией. Православная культура и традиция воспитания существует много веков. Живет она и в современном обществе, невзирая на все, на все его соблазны, и несет неизменно свои идеалы, несмотря на все изменения в духовной жизни общества, потому что в основе ее вечной истины, данной Богом. От нас зависит, насколько мы поймем и воспримем эту культуру, в рамках какой культуры воспитаем своих детей, какие идеалы положены в основу духовной жизни, такой будет духовная жизнь нашего общества. Опыт показывает, что взаимодействие церкви и светских образовательных учреждений в правильном подходе и организации дают прочную основу духовно-нравственного воспитания. Надеемся, что и в нашем городе на канале это взаимодействие также принесет добрые плоды. Завершить выступление хотелось бы словами глубокой признательности и благодарности за сотрудничество начальнику территориального управления Красноярского района по образованию Молчана Инне Кузьминичне, директору гимназии номер 6 Арефьевой Вере Ивановне за активное содействие в организации данного мероприятия, Санкиной Светлане Алексеевне за организацию, священству благочиния
учителям, воспитателям, наставникам подрастающего поколения, совершающим ежедневный, великий и благородный нравственный подвиг. Подвиг ведения юной души к добру, свету, к истине и жизни. Да благословит Господь наши труды на благо духовного возрождения нашего Отечества. Спаси Христос. Спасибо, спасибо за такой замечательный доклад. Хоть расходись. Все уже сказано. Ну, значит, у нас еще одно выступление. Божественная любовь и божественная правда – вечная основа бытия человечества. Злобин Максим Анатольевич, руководитель воскресной школы храма мучеников Флора и Лавра. Божественная любовь и божественная правда – основы, вечные основы бытия человечества. Мы сегодня говорили уже о том, как связана духовность и нравственность. Вот, уважаемые отцы, сегодня очень много об этом сказали. Вот, но мне хотелось бы углубиться в эту тему и пояснить то, что касается вот именно онтологических основ. То есть помимо того, что любовь и правда – это наши добродетели, да, это является также онтологическими, то есть бытийными принципами существования нашего рода человеческого. Вот. И мы видим, что… Да, это основа бытия Вселенной, человеческого общества, семьи и каждого из нас. То есть понятно, что без любви и без правды невозможно вообще никакое существование никакого общества и даже всей Вселенной. Сейчас поясню, да? Можно следующий слайд? Итак, причины современного кризиса человечества – это охлаждение любви и тотальная ложь. Как мы знаем из апокалипсиса, из Священного Писания, что главный признак конца, да, конца истории, конца нашего земного бытия – это охлаждение любви. Это самый главный признак. Все остальное – это производное. Да? Войны, там, экологические катастрофы, еще какие-то, да, моменты. То есть это уже производное. Итак, дальше мы немножко расскажем о том, почему это так плохо, да, почему это так разрушительно, охлаждение любви и тотальная ложь. Можно дальше. Итак, любовь – это высший дар Бога людям, источник человеческого счастья. Мы это прекрасно знаем, да? Но он невозможен без правды и без искренности. То есть человек, который любит, он обязательно должен быть искренним, правдивым и нелицемерным. Об этом говорит сам Христос. Можно следующее. Человек, который не хочет знать правду, истину, не хочет знать Бога. Потому что сам Господь говорит о том, что он истина. Да, дальше мы, цитата будет. Соответственно, он находится, такой человек, который не хочет знать правду, в лапах или в руках, там, как хотите назовите, отца лжи, дьявола, как его сам Господь назвал отцом лжи. Таких людей сам Христос называл лицемерами. Кстати, если вы внимательно читали Писание, то любимая фраза, любимое обращение Христа к таким вот людям, которые отказываются жить по правде Божией, отказываются любить, не желают этого, это лицемеры. Он там всегда начинает обращение лицемеры к фарисеям, там, да, другим людям такого характера. Следовательно, общество таких людей обречено на разрушение. То есть те люди, которые не хотят знать правду, не хотят любить, ибо только благодаря Богу можно приобрести любовь, которая объединяет людей на благодатной созидательной основе. Вне Бога, Его любви и Его правды, закона Божия, происходит разрушение. Да, без Божьей любви и Его правды не только сам человек, его семья, человеческое общество, но и вся Вселенная обречены на разрушение, ибо замысел Бога о человеке – это благодатное освящение всего космоса и всего творения. То есть любовь – это не только то, что нам позволяет быть счастливым, не только то, что позволяет нам создавать хорошие семьи или быть добропорядочными гражданами, да, в нашем обществе, не только то, что позволяет защищать нашу Родину, да, и сохранять ее благополучие, но и главный принцип существования всей Вселенной. Когда нет любви, то мы не обретаем благодать Божию. То есть благодать Божия, любовь, они взаимосвязаны. Когда человек имеет Божию благодать, то он имеет любовь. И, соответственно, он выполняет свое предназначение – освящение всей Вселенной, всего космоса, который
дан нам для хозяйствования, для, ну, так скажем, обычным словом хозяйствования, да, но человек хозяин от слова вот такого, да, хозяин Вселенной, он должен освещать. И если мы это не делаем, если мы не любим, значит, мы не выполняем свое предназначение, которое нам Господь дал. И вот теперь цитаты из Писаний святых отцов. Давайте слушаемся, смотримся в них. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Апостол Иоанн Богослов. То есть любовь дает нам возможность войти в жизнь Бога. Это очень важно, это глубочайшие слова, и никакие не метафоры, это реальность. Когда мы начинаем любить даже просто человека, то этот человек становится частью нас, а мы частью его. Так же и Господь в отношениях с Богом. Если мы по-настоящему любим Бога, то Он становится частью нашей жизни, а мы становимся частью Его жизни. Вот в причастии это как раз происходит на энергийной, глубокой, энергийной основе, на благодатной основе, когда благодать Божия освещает наши сердца, и они преображаются, и наша жизнь преображается. Дальше. Сам Господь говорит, также, ну, апостол Иоанн его слова передает: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». То есть любящий человек только может познать Бога, ощутить его сердцем. Когда сердце человека очищено, тогда мы можем назвать себя верующими христианами, настоящими христианами. Потому что, как бы мы ни объясняли истину православия словами интеллектуальными, если сердце не очищено, если сердце мертвое у того человека, который нас слушает, то никто из них не воспримет, как бы мы красиво и как бы мы замечательно не рассказывали. Сердце будет мертвое, и оно ничего не почувствует, оно никогда не ощутит Божье присутствие. Блаженны чистые сердцем, так как эти люди, блаженны чистые сердцем, яко те Бога узрят, то есть увидят, почувствуют, ощутят, только те, кто чист сердцем. Вот. Дальше. Вот уже говорил об этой фразе: «Я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». То есть истина сам Христос, Он об этом говорит. И Он путь, и жизнь, и вот этот путь, это дорога, да, к настоящей жизни, да, возможно, только через Христа. Следующая фраза, такая длинная цитата из апостола Павла, очень важная для нас: «Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». То есть тоже это о чем говорит? О том, что, конечно, как раз вот этот духовный, главный принцип нашего бытия духовного, любовь, да, он отражается на нравственности. Фактически вот то, о чем сейчас говорит апостол Павел, это выражение любви в нашей нравственной сфере, да, что мы не мыслим зла, не гневаемся, все покрываем, вот, наша любовь не перестает. Вот правильное отношение к ближнему. Следующее, можно? «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Это относится также ко всем сферам человеческой жизни. И не только к семейным, но, допустим, к защите государства. Да, если человек любит своего Бога, то он, соответственно, будет и своих ближних любить, и свою родину. И не будет иметь страха. В семейных отношениях также это все воплощается. Апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Следующее, можно? Опять же, вот в деле защиты Отечества: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Это в Евангелии от Иоанна сам Христос говорит. То есть, дальше. Особенно, кстати, это актуально для судей, для нашего суда, который, как известно, к сожалению, не очень-то объективен на данном этапе нашей истории. Вот святитель Иоанн Златоуст пишет: «Кто любит, тот не разбирает внешнего вида». Ну, это и для нас актуально. Мы все иногда, вернее, очень часто себе функции суда, даже Божьего суда, приписываем. Поэтому для нас также это... Вот. Дальше. Святитель Николай Сербский говорит: «Любовь не имеет ничего общего с прелюбодеянием и блудом. Они над любовью глумятся». Ну, понятно, это семейная реалия или вообще сегодняшняя реалия межличностных отношений. Преподобный Паисий Святогорец:
говорит: «Бог, который есть любовь, не простит нам равнодушие по отношению к ближним». Это очень актуально, потому что на самом деле мы сейчас живем в обществе тотального равнодушия. Я думаю, ну, все согласятся, все, кто более-менее пытается неравнодушно жить. Ну, такие люди есть, слава Богу, но, к сожалению, большинство – это вот такая пассивная, можно даже сказать, масса, потому что если человек не с Богом, он безлик, он не является личностью фактически. Его индивидуальность, она так и остается нереализованной. То есть он не превращается в богоподобную личность, поэтому равнодушен. Любовь супружеская есть любовь Богом благословенная. Святитель Феофан Затворник. Следующий можно? В супружестве надо всем жертвовать и все терпеть для сохранения взаимной любви. Если она утрачена, все пропало. Это особенно актуально, конечно, в нашей аудитории, потому что смотрю, все почти женщины. Кстати, вспоминается знаменитая фраза святителя Иоанна Златоуста. Он говорил так, что «дайте мне христианских матерей, и я переверну весь мир». Так что в ваших руках переворот мира в лучшую сторону, на самом деле, если мы станем по-настоящему христианами. И вот хотел бы показать вот фотографии великих святых 20 века, те, которые имеют любовь. Преподобный Гавриил Ургебадзе и преподобный Паисий Святогорец. Кстати, вот недавно узнал, что у отца Христофора в храме есть частичка мощей преподобного Гавриила Ургебадзе. Это храм святого равноапостольного князя Владимира в Жилгородке. Очень рекомендую вот всем нам посетить, помолиться, приложиться к его частичке мощи. Да, великий святой. Вот я просто по своему небольшому опыту хочу поделиться такой радостью. Вот у меня была проблема, он меня исцелил. Вот реально, это было где-то год назад. Буквально, ну да, ну там не такой уж, не рак, конечно, но голова трещала две недели, вот только помазался маслом от него, все, вот он исцелил. Вот святые в нашей жизни, реально они помогают. Вот великие люди, которые имели любовь, великие святые. И вот в конце хотелось бы сказать, вспомнить великую фразу преподобного Гавриила: «Человек без любви, как кувшин без дна». Он ходил по улицам Тбилиси с кувшином без дна, смотрел в него, люди шокированы были, но обращали внимание на него, и он говорил, вот, ну да, такой вот, можно даже сказать, эпатажная, да, какая-то акция была, да, но она духовная была, да. В свое время Василий Блаженный вообще ходил голым 70 с лишним лет по Москве, в том числе для того, чтобы все-таки обратили внимание, потому что на правду люди очень плохо реагируют, а вот когда это подкреплено каким-то внешним таким действием, то тогда они начинают хоть что-то прислушиваться. Вот преподобный Гавриил смотрел в этот пустой кувшин на людей через вот этот бездна, да, через пустой бездна, и говорил на недоуменные вопросы людей, что он, зачем он носит этот кувшин. Он отвечал, что человек без любви, как вот этот кувшин без дна. Вот я всем нам желаю, чтобы все-таки мы не были похожи на эти кувшины. Вот, спасибо, Господи, вас за внимание. Буду рад вопросам, в том числе на электронный адрес. Приглашаю всех, кто хочет, имеет время, желание, в секцию, посвященную воскресным школам. Спасибо, Господи, вас. Я не сказала, когда представляла отца Христофора, что отец Христофор – преподаватель кафедры теории и методики социально-культурной деятельности Академии после дипломного образования, где и я прохожу послушание от отца Христофора вот, на ниве, значит, образования. Вот смотрите, отец Христофор уже сказал о том, что начальная школа у нас сегодня имеет в образовательных стандартах. Я хотела бы обратить ваше внимание на том, что вот как раз в новом поколении стандартов с 1 сентября 2015 года в наши образовательные учреждения во все без исключения в обязательном порядке ввели предметную область, которая называется «Духовно-нравственная культура народов России». Я обращаю ваше внимание на задачи, которые поставлены в стандарте для преподавателей вот этой предметной области. Воспитать способность к духовному развитию у ребенка, нравственному самосовершенствованию, знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному, обратите внимание на это, к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве. Вот вы читали то, что там написано? Это же фактически задача для построения рая на земле. Самоограничение, благое самоограничение. Как это все можно реализовать, если сегодня мы с вами слушали и патриарха Кирилла о том, что наше общество воспринимает нравственность как, ну, собственно, система, вы же знаете, что советская педагогика долгое время и по сегодняшнюю пору, что называется, представляет себе, что человек есть вершина. Это царь, это все то, чему, в общем-то, следует поклоняться. Да? И там же в концепциях светского представления об образовании написано, что в соответствии с этим человек может выстраивать для себя ценности в системе вот своих субъективных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. И тогда получается, что нравственность, само по себе слово «нравственность», это ловушка. Вот еще один момент, обращу ваше внимание. Нравственно то, что принято. Принято то, что утверждено законом. Закон кем-то положен. Все эти некие человеческие установления, человеческие. А если они безнравственны с религиозной точки зрения, государство все равно обязано их охранять. Это его функция. И так, таким образом, государство превращается в защитника зла, в защитника греха. Сплошь и рядом это было в мировой истории. Нравственно может быть только религиозное мировоззрение, потому что религия выше понятия положено, не положено, принято, не принято. Это Богом заданная система, не подлежащее пересмотру. И в этом смысле государство фатально зависит от религиозной системы ценностей. Ну, Федор Михайлович Достоевский только для того, чтобы подтвердить эту мысль, написал роман «Идиот». Что значит «возлюби ближнего без возлюби Господа Бога»? Понимаете, чем это все заканчивается? Этому посвящена определенная часть нашей культуры русской. Если мы ее внимательно, если у нас очи не закрыты и уши, так сказать, открыты для восприятия этого всего. Потом еще один момент интересный. Я тоже хочу сослаться на Константина Дмитриевича Ушинского. У него о нравственном элементе в русском воспитании. Очень важный момент, потому что, понимаете, мы с вами прошли школу советской педагогики. И мы с вами долгое время воспитывали детей и говорили, ну, вот таким ты должен быть. Вот таким ты должен быть. Ты понимаешь это? Вот два оттенка, но суть так. Вот что Ушинский поэтому пишет по поводу. Нравственность и свобода – два такие явления, которые необходимо условливают друг друга, и одно без другого существовать не могут, потому что нравственно только то действие, которое проистекает из моего свободного решения. И все, что делается не свободно, под влиянием чужой воли, под влиянием страха, под влиянием животной страсти, есть, если не безнравственное, то, по крайней мере, ненравственное действие. Вот это, как говорится, первая часть моего сообщения. А вторая, значит, как же сегодня в образовательной организации транслировать нравственные ценности православной культуры? Очень просто. Вот если сегодня был бы урок, и здесь были бы дети, я бы вошла в класс, я бы начала свой урок с одной единственной фразы. Дети, сегодня мы отмечаем день преподобного Никона Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского, человека, вот многие из вас здесь сидящие были в Троице-Сергиевой лавре и видели это благолепие, этот храм замечательный.
И мы должны понимать, особенно сегодня, что это именно Никон Радонежский восстановил, то есть после пожара деревянного храма он воздвиг каменный храм, где были положены мощи преподобного Сергия. Это именно преподобный Никон пригласил Андрея Рублева в этот храм, чтобы он написал знаменитую Троицу. Понимаете? Вот, пожалуйста, что мы с вами теперь делаем? Мы с вами передаем нравственные ценности, православные культуры нашим детям. Через несколько дней мы будем праздновать благоверного князя Александра Невского. Боже мой, сколько копий было сломано, когда был по телеканалу России проект «Имя России». Побеждает какое имя? Имя Александра Невского. И что? И теперь образовательные организации нашей страны сумели на подвиге, на примере этого князя воспитать подрастающее поколение, и не просто так воспитать. Уже отец Евгений сегодня обратил ваше внимание на то, на слово «воспитание», «высокое питание». Если ребенок сумеет ответить себе на вопрос, в чем смысл моей жизни, и если ребенок будет воспитан так, что он будет готов эту жизнь отдать за свое отечество, то мы будем с вами говорить, мы выполнили предназначение, которое нам дал Господь, мы выполнили задачу, которая перед нами поставлена, мы занимаемся народа сбережением и сохранением нашей Родины. И, конечно же, мы с вами должны понимать, что самый главный наш инструмент в нашем воспитательном воздействии – это слово. И вот как только мы начнем процессы реанимации тех слов, без которых мы не можем воспитать ребенка, послушание, смирение, любовь, кротость, долготерпение. Понимаете? Вот как только мы вернем сакральность этим словам, вот только тогда у нас будет будущее. И закончу я тоже словами Ушинского из этой же статьи о нравственном элементе в русском воспитании. Для нас нехристианская педагогика есть вещь немыслимая, безголовый урод и деятельность без цели, предприятие без понуждения и без результатов впереди. Спасибо за внимание. И я предоставляю слово для подарка для всех вас, слово ученице 6-й гимназии. Пожалуйста, да? Это у нас с вами Даша Кузьмина, ученица 10-го А-класса 6-й гимназии, и она вам прочитает изумительное письмо, которое так и называется, рождественское письмо Александра Ивановича Ильича. Все собирались праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки, а я был одинок. В чужой стране ни семьи, ни друга, и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пустота, и не было любви. Дальний город, чужие люди, черствые сердца. И вот в тоске и унынии я вспомнила пачки старых писем, которые мне удалось сберечь через все испытания наших черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел это письмо. Это было письмо моей покойной матери, написанное 27 лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнила его. Дорогое дитя мое, Николенька, ты жалуешься мне на свое одиночество. И если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. Видишь ли, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающий нас к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди — это цветы, а цветы в букете не могут быть одиноки. И если только цветок распустится как следует и заблагоухает, садовник и возьмет его к себе в букет. Так и с нами, людьми. К
«Кто любит, у того сердце цветет и благоухает, и он дарит свою любовь точно так же, как и цветок свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он любит. Он думает о нем, заботится о нем, радуется его радостями и страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы подумать о том, что он одинок, или почувствовать себя одиноким. В любви человек забывает себя. Он живет с другими. Он живет в других. А это и есть счастье. Я уж вижу твои голубые, спрашивающие глаза и слышу твое тихое возражение, что это только полсчастья, что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна. Я открою тебе ее на ушко. Кто действительно любит, тот не вопрошает и не скупится. Нельзя постоянно рассчитывать и запрашивать, а что мне принесет моя любовь? А ждет ли меня взаимность? А может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? Да и стоит ли мне отдаваться этой любви? Все это неверно и не нужно. Все это говорит о том, что любви еще нету, не родилась или уже нету, умерла. Это неосторожное примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и задерживает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг него образуется пустота, не проникнутая, не согретая лучами его сердца. И другие люди тотчас же это чувствуют. Нет, милый мой, надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью. Надо любить их и звать их к любви. Любить — это не полсчастья, а целое счастье. Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца. Отпусти свою любовь на свободу, и пусть лучи ее светят и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосредственная доброта, твоя непрерывная и бескорыстная любовь будет незаметно будить в людях доброту и любовь. И тогда ты испытаешь этот ответный, этот обратный поток не как полное счастье, которого ты добивался и которого требовал, а как незаслуженное земное блаженство, в котором твое сердце будет цвести и благоухать. Николенька, дитя мое, подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты снова почувствуешь себя одиноким. Особенно тогда, когда меня уже не будет на земле. И будь спокоен и благонадежен, потому что Господь — наш садовник, а сердца наши — цветы в его саду. Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я, твоя мама. Спасибо, мама, спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю это письмо со слезами на глазах. И тогда только я начитал, как ударили к рождественской всенощной о незаслуженное земное блаженство. Значит, я напоминаю вам, что мы продолжаем работать. Сейчас я предлагаю прерваться на 20-минутный перерыв. Через 20 минут первая секция собирается здесь, вторая секция в 102-м кабинете. После завершения работы ориентировочно 40 минут дается на наше обсуждение вопросов и докладов, а затем мы собираемся снова в этом зале для подведения итогов. Всего доброго. Сказать словами одного из старцев, архимандрита Георгия Капсаниса, игумена монастыря Григориат Святой горы Афон. Он отошел к Богу в 2014 году, но его слова, они очень актуальны для всех нас и во все времена. Он сказал так: молодежь сейчас ищет опыта, того опыта, который бы им дал возможность быть счастливым. По-настоящему счастливым можно быть только с Богом, потому что Он наш Творец и Он источник нашего счастья.
воспринять Бога, установить контакт с Ним можно только через сердечное обращение к Нему. И вот как раз это является ключом нашего счастья. Искреннее, настоящее, сердечное от всей души обращение к Творцу, к Богу. Молодежь сейчас устала от рационализма, от различных ложных мистических учений, от наркотиков, от безделья. Да, она хочет настоящего общения с настоящим Богом. И вот христианство, православие говорит именно об этом, дает путь, указывает, как идти по этому пути и как возможно обрести контакт с Богом, установить его и поддерживать, и развивать в течение всей жизни. Именно в этом источник настоящего счастья каждого человека. Если пока для детей, для молодежи эти слова являются непонятными, то здесь проблема лежит в том, что они не вступили пока еще на эту дорогу духовной жизни. Но когда человек начнет жить духовно, хотя бы начнет молиться, потом он почувствует присутствие Божие в своей жизни, в своем сердце, в своем более очищенном сердце. Ибо Господь говорил, что блаженны чистые сердцем, так как эти люди увидят, почувствуют Бога. И вот когда он начнет молиться, такой человек, неважно, сколько ему лет, мне было 11, когда я так начал делать, но действительно после этого почувствовал Бога в своей жизни и пошел вслед за Ним, и начал искать, как бы удержать это общение с Творцом. И понял, что это общение возможно только в православной церкви. И для этого нужно обязательно, помимо молитвы, стараться исполнять Божьи заповеди, то есть бороться со своими ошибками, негативом, который у нас внутри очень много. И стараться, конечно, участвовать в таинствах церкви. Вот до 19 лет, я несколько лет пытался бороться с собой, со своими недостатками без церкви, не исповедуясь, не причащаясь. Хочу сказать, что у меня ничего не получилось. У меня ничего не получилось. Хотя я продолжал молиться, хотя я продолжал бороться с собой, но молитва давала мне силы. Но все равно без церкви, без участия, полноценного участия в жизни церковной, у меня ничего не получалось. У меня все время какие-то были проколы, падения. Но как только я начал исповедоваться и причащаться, сам Христос вытащил меня из той тьмы, в которой я находился. И сейчас, если говорить о тех проблемах, которые у нас есть, о проблеме самоубийства, о проблеме уныния, депрессии, непонимания смысла жизни, то вот именно из-за того, что человек забывает о Боге, все это и происходит. Когда он будет понимать, что смысл нашей жизни в совместном общении со Христом, с живым, настоящим Христом, который не только нарисован на иконе, а живет рядом с нами каждую секунду нашей жизни, тогда все станет осмысленным и приобретет другие оттенки. Жизнь станет совсем другой, она будет восприниматься яркой, насыщенной, и жизнь станет настоящей жизнью, настоящей, осмысленной и полноценной. Вот в моей жизни так было. Вот, говоря о депрессии, об унынии и о нежелании жить, я тоже прошел через этот период. И могу со стопроцентной достоверностью сказать, что церковь – главная лечебница, исцеляющая наши души, в том числе и от суицидов, и от желания закончить эту бессмысленную якобы жизнь. Ибо с точки зрения человека безбожного, действительно, у него нет смысла, потому что он не знает Христа, не знает Бога. Но когда он узнает о Христе и начнет идти к Нему, сделав один шаг, Христос сделает ему навстречу 10. Вот об этом хотелось сказать, поделиться даже не только своим опытом, но в первую очередь опытом святых отцов, которые жили с Богом, как сейчас модно говорить, онлайн, да, 24 часа в сутки. Они чувствовали Бога в режиме реального времени. Это реальность, это естественность. Это естественное состояние человека, противоестественное. Когда он один, замкнут, эгоистичен, тогда он, конечно, начинает унывать и приходить в отчаяние, и не понимает, зачем он вообще живет. Вот желаю всем нашим, моим родным, дорогим русским людям, которые, многие из которых православные, но не знают своей веры, желаю всем нам узнать нашу веру и начать жить
соответствие с теми идеалами, которые нам заповедал сам Христос, сам Господь Бог. Тогда у нас все будет осмысленно и полноценно. Скажешь, школку не ходить. Вот не сходить. Ну вот. Нет. Конечно, храм на 17-30 дата основания царицы. 2 июля 1850. Ну а что, кто что не там, да? Мы маленькие свечи, но можем мы светить, и свет Господней речи другим сердцам дарить. Свет, 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 свет светит наш, свет, 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 свет светит наш. Пороки, злые речи, плоды греховной тьмы, как ветер гасят свечи, должны беречься мы. Свет, 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 свет светит наш, свет, 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 свет светит наш. Прочь слезы к пенью, дети, наш Бог, кто любит нас, научит, что на свете нам делать каждый час. Свет, 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 свет светит наш. Свет, 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 свет светит наш. Мы маленькие свечи, но можем мы светить, и свет Господней речи другим сердцам дарить. Свет, 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 свет светит наш. Свет, 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 свет светит наш. Приготовила презентацию «Свет за Рождество Христово. Православная традиция в моей семье». Предлагаю ее вашему вниманию. Традиция – это множество обрядов и навыков, передаваемых из поколения в поколение. Существует множество православных традиций. Таинство христианства. Таинство – это действие, во время которых на верующих сводит невидимая благодать Господа. Все таинства совершаются в церкви. Православная церковь признает 7 главных таинств. Крещение, причастие, покаяние, миропомазание, брак, елесвящение, священство. Христианские обряды, молитва, обращение к Богу с благодарностью или с просьбой, поклонение кресту, великое освящение воды, освящение жилища, куличей, хлеба, обряд благих начинаний, то есть поста, учения, крестный ход. Главной традицией православия является богослужение. Богослужение – это служение Богу, которое состоит из чтения молитв и пения, чтения Священного Писания, обрядов, совершаемых по определенному порядку во главе со священником. Богослужение проходит по субботним и воскресным дням и по православным праздникам. Самыми большими и главными христианскими праздниками являются Свято Пасха и Рождество Христово. Самым любимым праздником моей семьи является Рождество. Есть в году день, когда в мире наступает беспредельная радость.
Кажется, что все здесь земное опускается. В едином порыве ликует ангел, радуются люди. Причину этой радости более 2000 лет назад возвестил ангел Вифлеемским пастухам. Благовествую вам, что ныне в ограде Давидовой родился Сын Божий. Спаситель мира. Это событие положило основу спасения человечества, воплотившимся Христом. Из евангельской истории известно, что Богородица накануне рождения сына пришла в Вифлеем. Вифлеем – городок маленький, поэтому места в гостинице для них не хватало. Мария и Иосиф остановились на ночлег в пещере. Таких мест в тех краях было очень много. Туда пастухи загоняли на ночь скот. В ту же ночь родился Иисус Христос. Младенца положили ясли, кормушку и скота. Первыми поклониться Христу пришли пастухи. Также поклониться Спасителю пришли волхвы. Это мудрецы, которые жили далеко на востоке. Они предвидели рождение Мессии, и когда увидели на небе путеводную звезду, отправились за ним. Эта звезда в христианской истории называется Вифлеемской. Впервые праздник Рождества христиане стали отмечать только в IV веке. На Руси Рождество ждали особенно. Сначала праздновали его, а только потом Новый год. Но в 1918 году Россия перешла на григорианское летоисчисление, а церковь осталась жить по юлианскому старому календарю. Из-за этого сначала приходит Новый год, а только потом, 7 января, приходит Рождество. День накануне праздника называется Рождественским сочельником. Это очень строгий постный день. Христиане стараются не вкушать пищи до самого вечера. Земля готовится встретить божественного младенца. Вечер этого дня называется святым. Его традиционно проводят в кругу самых близких людей. За стол садятся с первой звездой. Она символизирует собой Вифлеем. С Рождеством связано много народных традиций. Накануне сочельника наряжают елочку, и верхушку венчает звезда, символ Вифлеемской. Свечи на елке напоминают о неземном свете, который исходит от пещеры, в которой родился Иисус. Под елочку кладут коробки с подарками всем членам семьи. Начало этой традиции положили пришедших к новорожденному Христу волхвы со своими дарами. Традиционно Рождество дарят сладости. Кроме елки, в домах и храмах сооружают вертеп, пещеру с родившимся Христом, людьми и животными, которые его окружали. В рождественские дни принято ходить друг к другу в гости, обмениваться подарками. По-христиански принято посещать больных и страждущих. В сознании человека Рождество – это праздник осуществления мечты. Для человека важно прикосновение чуда к его жизни. Подарок не всегда может вызвать восторг. Намного важнее тронуть сердце человека, заставить его поверить в чудо. Обязательно нужно посещать богослужение. Рождество празднуют долго. Самое важное, что должен вынести человек из этого праздника, это саму суть рождения Иисуса Христа, который отдал свою жизнь, заплатив за наши грехи. Тем самым Он дал нам возможность исправить свои ошибки и помириться с Богом. Традиция встречать и праздновать Рождество издревно хранится в моей семье. Началась она с моей прабабушки. Я уже 4-е поколение в этой семье. Поделюсь с вами, как мы встречаем этот праздник. Начало ожидания праздника – это рождественский пост, который мы чтим и соблюдаем по своим силам и возможностям. Он начинается с 28 ноября по 6 января. Мы посещаем богослужение в храме Успения Пресвятой Богородицы. Настоятель храма Претерия Сергия с матушкой Ириной играет очень важную роль в нашей христианской жизни. В канун Рождества мы наряжаем елочку, готовим подарки для родных и близких, идем в сочельник Рождества и идем на ночную службу. В храме исповедуемся, причащаемся. 7 января в нашем храме я участвую в праздничном представлении. Иногда с праздничным концертом мы посещаем другие детские заведения. Это самый мой любимый праздник. Я буду хранить его в своем сердце и передам эти традиции своим детям. Свое выступление я хотела бы закончить такими словами. То были времена чудес. Забывались и слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда появилась от востока. Мир искупления ожидал. Из бедных ясли Вифлеема подпись хвалебную Эдена. Младенец дивного сия. И загремел по Палестине во свет бьющего пустыня. Спасибо за внимание. Из 6 класса сделала открытку праздничную, которую сейчас вам представлю. Мою открытку можно отправить как поздравление. И не только. Моя открытка – книжка, потому что в ней содержится много интересной и полезной информации о таком великом православном празднике, как Пасха. На Руси было немало христианских традиций, которые, к счастью, сохранились до наших дней. Одна из них – встреча Пасхи.
Пасха – это праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. И у него есть своя символика. Это куличи, крашеные яйца, пасхи, и разные сладости и другие яства. Не безинтересно будет узнать получателю о благородном огне Иерусалима, который символизирует свет Божий, зажигающий свечи и лампады и просвещающий все народы после Христового воскресения. В день Пасхи все красное, и не случайно, ведь красный цвет символизирует цвет воскресения, цвет жизни и победы, а также он означает, что мир был спасен ценой крови Сына Божьего и Иисуса Христа. В день Пасхи верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе», а в ответ слышат «Воистину воскресе». Это также является вербальным символом праздника. Торжество продолжается за обильным праздничным столом. Каждая хозяйка стремится сделать свой стол особенным и неповторимым. Но на каждом из них мы заметим главный символ праздника – кулич. Я люблю этот праздник, потому что я могу собраться всей своей дружной и большой семьей, простить друг другу все грехи, а также вспомнить о нашем Спасителе. Праздник светлый, праздник главный, он по вере православный, его мы всей душой встречаем, прославляем, величаем. Спасибо за внимание. Это такая небольшая картина вырисовывается, да, но она достаточно серьезная, достаточно проблемная, потому что то, что мы имеем сейчас в плане воскресных школ, да, в области воскресных школ, оно далеко от идеала, на самом деле. И вот основную проблему я хотел бы озвучить, заострить на ней внимание, потому что это не столько даже мои умозаключения, сколько выводы современных духовников, в частности, могу сразу сказать, примерно об этом же говорили в свое время, одинаково отвечали архимандриту Тихону Шевкунову на вопросы, какие проблемы в церкви сейчас. Самые главные два старца, известных на всю Россию, даже на весь мир, отец Николай Гурьянов и отец архимандрит Иоанн Христианкин. Да, они отвечали одним словом, одинаково, это неверие. Казалось бы, мы в церкви, какое неверие? А Тихон Шевкунов добавляет и говорит о том, что неверие – это, конечно, не полное отрицание Бога, но это отрицание жизни по Богу, того духовного опыта, живого, настоящего, который и содержает, и является главным содержанием нашего предания. И вот об этом как раз хотел сейчас поговорить больше. Итак, вот самая главная проблема, буду немножко отодвинуться, потому что буду смотреть на слайды. Это незнание, малое или искаженное знание основ духовной жизни. Причем не только самими детьми, которые посещают воскресную школу, но что еще более удручающее, частенько и педагогами тоже, учителями, преподавателями. Она вытекает, эта проблема, вытекает из, соответственно, отсутствующего малого или искаженного духовного опыта самого педагога, что приводит к невозможности, да, неумению педагога мотивировать и заинтересовать ребенка. Потому что тот духовный опыт, который имеет педагог, он должен транслироваться, естественно, ученику, который его воспринимает. Опять же, ссылаюсь на величайших авторитетов, современных отцов, старец Иосиф Потапецкий говорит об этом очень четко. Главный дефицит, который мы имеем сегодня, это дефицит примеров жизни по Евангелию. Действительно, это так и есть. То есть это самый большой дефицит. У нас нет сейчас дефицитов в каких-то мероприятиях социальных, культурных, даже там, можно сказать, искусствоведческих там, да, или других мероприятиях. Но самый большой дефицит это действительно живых примеров жизни по Евангелию. Когда ты видишь такого человека, как Антоний Суржский говорил, невозможно поверить во Христа по-настоящему, если ты не увидишь сияние вечности на лике одного из христиан, или там монахов, да, или обычных мирян. То есть это очень важно. Он в свое время так нашел своего духовника, говорил о митрополите Антонии Суржском. Он увидел своего духовника Афонского, очень известного, его фамилия, по-моему, Нечаев, я не помню, к сожалению, как его точно зовут.
И он был поражен, что увидел действительно сияние вечности, благодать Божию на этом человеке, и понял, что это его духовник. И, конечно, он всю жизнь, сколько тот жил, он несколько лет прожил, он стремился быть похожим на него. В принципе, это и есть главная задача педагога – показать, каким надо быть христианином на своем личном примере. Потому что многочисленные знания и даже красивые примеры, какие-то действия, если они будут лишены сердечного наполнения, то они, конечно, будут бесплодными. Какое-то время они будут увлекать ребенка, но потом будет что-то более интересное, которое предложит мир, и он увлечется этим. И еще к нам всем обращается преподобный Паисий Святогорец, который говорит, что нам всем нужно сначала стяжать благодать Божию, а потом можно успешно проповедовать. И это не только Паисий говорит, но это и другие отцы говорят. Вот, допустим, современный старец, который в Руси живет, богослов известный, архимандрит Рафаил Карелин, ему такой же вопрос задавали, он то же самое отвечал. Теперь я хотел бы процитировать одного старца, известного на Афоне, у нас меньше известного, он отошел к Богу в 2014 году, это архимандрит Георгий Капсанис, он был настоятелем монастыря Григориат на Святой горе Афон. Вот сейчас цитата, которая говорит о очень многом. Глубокая мысль в этой цитате. Это отрывок из книги «Обожение как смысл человеческой жизни». В конце своего выступления я хотел бы предложить вашему вниманию несколько книг, которые посвящены именно главной теме, вообще главной цели нашей жизни – обожению. Потому что, то есть соединению с Богом. Потому что за нравственным фасадом мы очень часто забываем о главном содержании нашей жизни. О том, что мы призваны не просто стать хорошими, и церковь, в принципе, она не для этого, в первую очередь, не просто для того, чтобы мы стали хорошими, а чтобы через вот то, что мы станем хорошими, лучшими, мы настолько изменили себя внутренне, что полностью преобразили бы себя не только внешне, в части наших нравственных поступков, но и внутри, в самой сердцевине нашей души победили страсти. И таким образом мы только можем соединиться с живым Богом и стать богоподобными. И именно в этом смысл нашей жизни, об этом говорят современные отцы, в том числе вот архимандрит Георгий, о котором мы уже упомянули. Итак, цитата. «Молодежь ищет опыта. Устав от материализма и рационализма того общества, которое мы, их отцы, передали, наши дети, образы Божии, призванные им стать богами по благодати, ищут чего-то вне рациональных форм материалистической философии и безбожного образования, которое мы предлагаем им. Они рвутся к переживанию истинной жизни. Им недостаточно только слышать о Боге. Они хотят сами почувствовать Его, Его свет, Его благодать. Не зная, что Церковь может дать им все это и имеет тот опыт, которого они ищут, многие из них ищут не там. В своем поиске чего-то надрационального, прибегая к различным дешевым подменам. Одни увлекаются восточным мистицизмом, вроде йоги, другие – оккультизмом и гностицизмом, а последнее время, к сожалению, и откровенным сатанизмом. И всем нам, пастырям церкви, богословам и катехизаторам, не следует молчать об обожении, забывая это исконное направление подлинно-церковного духовного окормления. Посредством Его и чада наше, и мы, смиренные, Божьей милостью, ежедневно подвязаясь в покаянии и стремлении ходить в Его святых заповедях, приближаемся к возможности возрадоваться о таком неизреченном благословении Господнем, единении с Ним. Нам подается возможность глубже радоваться в этой жизни и стяжать вечное благословение и блаженство. Иными словами, нам нужно не ограничиваться только интеллектуальными знаниями, такое небольшое, да, резюме. А вот именно то, не останавливаться на изучении истории Ветхого, Нового Завета, истории церкви, катехизиса, моральной нравственности, а действительно говорить о самой сердцевине, о главной цели существования человека, об обожении, что невозможно без передачи духовного опыта, основанного на апостольском и святоотеческом предании. От учителя к ученику. Естественно, что учитель это должен делать сам. И в первую очередь быть сам носителем этого предания, живым носителем живого предания.
Сейчас я хочу вам показать пример содержания успешной миссии. Это проповедь архимандрита Ефрима Филофейского и Аризонского в США. Можно вас попросить сделать такое вот... Затемнение? Нет, не затемнение, а самораскрытие. Кто слышал о нем хоть что-нибудь? Поднимите руку. Ничего. Представляете? Самый успешный миссионер современности, по милости Божьей, который основал в Америке почти 20 монастырей, нам неизвестен. Хотя он наш современник. Вот сейчас немножко расскажу о нем. И без всякого преувеличения, это тот человек, с которого нам нужно брать пример. Хотя он окормляет людей в монастыре, да, но содержание проповеди нашей, оно неизменно. Где бы вы ни находились, на приходе, в монастыре, в воскресной школе, в образовательной школе, при разных там, конечно, нюансах, мы всегда можем говорить там о каких-то моментах в школе, но тем не менее, основу главную мы должны давать везде. То есть цель, она решает все. Если мы неправильно поставим цель, то мы зайдем не туда. И вот пример архимандрита Ефрема для нас очень необходим. Старец Ефрем Филофейский, его еще называют Аризонским, потому что он живет в США, в Аризоне. Ему 89 лет. С 1995 года живет в пустыне Сонора в штате Аризона, в основанном им по Божьему откровению монастыре Антония Великого. За менее чем 20 лет он основал или восстановил около 20 монастырей в США и Канаде. Вы можете себе представить? Он недавно, с 95 года в Аризоне. Его монастырь сейчас является вторым по посещаемости местом в Аризоне после всемирно известного Гранд Каньона. Это природный памятник. Он живой? Он живой. Ему 89 лет. Он ученик, в свою очередь, одного из величайших отцов современности 20 века, преподобного Иосифа Исихаста. Или Иосифа Афонского, которого вы можете, наверное, знать. Он является возродителем монашеской традиции на Афоне. Когда в 71 году уже собирались совершать панихиду по монашеству на Афоне, то есть только старцы или старички, да, оставались на Афоне, то благодаря его деятельности, старца Иосифа, и его учеников, которым является в том числе и старец Ефрем Филофейский, произошло возрождение монашества на Афоне. Начался приток свежей крови молодых монахов в это древний центр православия. Итак, теперь мы расскажем о старце Ефреме не моими словами, не словами исследователей со стороны, а словами одного священника Антония Москонуса, грека, который ушел на покой и был многолетним настоятелем православного храма в городе Дусан, который находится рядом с монастырем Антония Великого. Он рассказывает о миссии Ефрема Филофейского в США. Слова очевидцев. «Мы, американские архиереи и иереи, в течение 70 лет хотели привлечь народ в церковь проведением фестиваля. То есть мы устраивали праздники и гуляния, угощали людей напитками, едой и развлечениями. Мы забыли о молитве, исповеди, постах, четках, обо всем том, что составляет предание нашей церкви. Мы даже препятствовали созиданию монастырей, так как полагали, что в них нет необходимости, и они не могут ничего дать нашей церкви. И вот пришел малюсенький человек, без мирского образования и богословских дипломов, без новаторских и смелых идей, которые в изобилии были у нас, и напомнил нам о самом главном, нашем православном предании. Он не звал на танцы развлечения, а призывал к посту и участию в многочасовых бдениях. И люди откликнулись на его призыв, пришли к старцу и поддержали его. Число приходящих к отцу не поддается описанию. Америка, стремившаяся к выходу из тупика культуры потребления и рабства материальным ценностям через различные общественные течения, например, хиппи и восточные религии, открыла для себя подлинное, неискаженное христианство, православие. Вот. Думаю, что комментарии излишни, и понятно, что, что вот это и есть главная ценность нашей веры. Тот духовный опыт, который нам передали апостолы, далее святые отцы, современные подвижники, он неизменен и всегда актуален, неизменен. Никогда он не теряет ценности, не эволюируется.
Вот. То есть наш духовный опыт, который является сущностью предания церкви, актуален всегда и везде. Даже в Америке, даже в Антарктиде, если ну, там тоже, кстати, есть, да, люди. Вот. И мы помогаем достичь человеку главной цели – установить реальный контакт с живым Богом и соединиться с Ним, то есть обожиться. Это очень важно. Это гораздо важнее, чем нравственность. Хотя это не упраздняет нравственность, но это дает нам другую перспективу, более глубокую. Потому что человек духовный, он автоматически становится и нравственным. А если человек только нравственный, но не духовный, то он может быстро и, как правило, чаще всего деградирует в безнравственного человека. Потому что если он не борется с корнями своих страстей, своих пороков, которые находятся в духовной области, в его сердце, то тогда от, в этой нравственности ничего не остается. Всегда приходят какие-то большие соблазны, большие интересы мира, которые перевешивают на эту часть чашу весов. И вот в конце концов, уже на, вот в конце выступления хочу порекомендовать книги. Если кому-то нужно будет ну, записать это, возможности нет, я могу в конце вы можете дать свои электронные адреса, и я по этим адресам сброшу всю презентацию, в которой будет в том числе и рекомендуемая литература. Вот. Ну, вот то, что хотелось сказать. Спасибо вас, Христос. Пользуясь случаем, прошу молитву обо мне грешным, потому что всегда корысть такую духовную преследую, признаюсь, православную аудиторию, прошу молитву. Тем более, что у меня скоро аттестация в Академии в аспирантуре, поэтому ваши молитвы мне очень нужны. Буду рад вопросам, в том числе. На мой взгляд, следует все-таки словам апостола Павла, что двигаться надо постепенно, и от душевного к духовному. Поэтому это не значит, что на ранних стадиях мы вообще не должны людям говорить, детям говорить о Боге, о соединении с Ним и о цели нашей христианской жизни, но мы должны понимать, что то, что понятно иногда нам взрослым, для детей значительно позже доходит. И есть некоторые сложности в самом преподавании, некоторые особенности, которые мы должны учитывать. Если мы их не будем учитывать, у нас ничего не получится. Ну и помимо агрессивной среды, в которой находятся наши дети, в которой и грех пропагандируется, не просто предлагается, но показывается со всяких положительных сторон, агитирует за него. Есть, к сожалению, пример родителей, которые подвержены и грехам, и на глазах у детей делают то, что совсем не надо было бы делать, и понимая даже то, что они не правы, но так как большей частью они не церковные, к сожалению, дети в наших воскресных школах, не только дети от наших прихожан, а не то, что, к сожалению, это к радости, что еще есть дети других родителей, но в этом отношении помощь от них бывает мало, а то и обратный эффект бывает, когда ребенок, получив некую эмоцию, некое впечатление в воскресной школе, приходит домой, взахлеб начинает рассказывать об этом родителям и получает, ну, в лучшем случае, скепсис какой-то. И человек, а в худшем случае, ну, что такое ты рассказываешь, ерунду какую-то, да? И ребенок сразу же гаснет, родители его садили, и у него возникает конфликт двух авторитетов. Авторитет родителей, авторитет преподавателя воскресной школы. К чему он склонится в такой ситуации, очень сложно сказать. Поэтому, конечно, надо поддерживать детей в том смысле, чтобы они все-таки к добру склонялись и склоняли своих родителей. И к радости нашей действительно часто бывает так, что детки приводят в храм своих родителей. Вот. Но и многие из них потом воцерковляются. Ну и надо иметь в виду, конечно, особенности детского возраста самого по себе. Мы знаем, что в храм часто приходят люди пострадавшие, имеющие некие либо болезни, либо неприятности на работе, либо в семье. То есть случилась какая-то беда. Все по нашей традиции, что пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. И взрослые люди приходят таким образом. Дети, большей частью, еще не сталкивались с этими бедами. Они живут в более таком теплом мирке, который стараются создать им родители.
И если какие-то беды и несчастья происходят, то они либо небольшие, либо ну, на них их не так много. И дети большей частью, ну, как бабочки, порхают просто по жизни, не задумываясь, а что будет там завтра. Если взрослому человеку можно как-то объяснить по поводу того, что надо позаботиться о будущей жизни, даже здешней на земле, а уж тем более о вечной жизни, то для ребенка, ну, там, соврать, чтобы избегнуть наказания в ближайшей перспективе, это важнее и более понятно, чем какие-то разговоры о том, что будет там, с ним в 45, в 50 лет. Для него это такая старость, и неизвестно вообще, будет ли она когда-то или нет. Вот, поэтому, конечно, вот это порхание, оно и отрыв от реальной тяжелой ситуации жизни, оно, с одной стороны, конечно, бережет детскую психику, а с другой стороны, нам создает определенные сложности. Ну и подрастающий ребенок тоже бунтующий против правил, которые мы говорим, что вот так бы надо, да, тебе же от этого будет лучше, а он не хочет. И для него важно, что сейчас, бунтуя против правил, он растопыривает пальцы и делает себя крутым в глазах своих сверстников. Для него это оказывается иногда важнее, чем то, что надо было бы себя как-то сдержать, и в результате когда-то в будущем тебе будет хорошо. Поэтому этот момент тоже, конечно, надо иметь в виду. Но опять же, многие ведь воспринимают веру как некое препятствие к получению удовольствий, благ земных, потому что, ну, помните же, да, не обманешь, не продашь. У многих торгашей такая психология. То есть многие понимают уже сейчас, что если я сейчас буду верующим, мне придется себя в чем-то ограничить. Во время поста не есть вкусности и так далее. То есть в этом отношении, конечно, ну, нам эти вещи надо учитывать. Ну и исходя из всего этого, плюс к тому, конечно, еще то, что сама подача материала, иногда мы стараемся действительно, ну как же, надо же, чтобы наши дети знали, чтобы они разбирались в этих вопросах. И мы в преподавании часто идем вот по пути передачи знаний. А правильно вот Максим сказал, что здесь важнее именно передача образа. И всегда нахождение рядом взрослого учителя, человека, за которым можно тянуться, оно значительно более ценное. Знания можно получить и потом, их можно прочитать в интернете, их прочитать в книгах. Тот, кто захочет, может их взять. Это не значит, что их не надо давать, но вопрос как? Закон Божий перед революцией преподавался очень широко во всех храмах, во всех школах. И мы видим, что это нисколько не помогло народу действительно стать высокодуховным и действительно жить православным образом жизни. Поэтому, на мой взгляд, вот здесь вот этих есть некоторые требования, которые, ну, общие какие-то принципы, которые, если мы будем соблюдать, ну, будет больше успеха в деятельности именно воскресной школы. Во-первых, конечно, материал надо подавать живо и интересно. То есть человек, который нудит, он вроде бы правильные вещи говорит, но если он рассказывает неинтересно, ребенок засыпает очень быстро, и дальше он просто выключается. Поэтому сам преподаватель должен обладать этим свойством, он должен хорошо и интересно это подавать. Очень большое количество примеров должно быть, чтобы ребенок, ну, усваивал это на практической стороне. Очень важно именно не только теорию давать, а каждый раз показывать, как это все относится с реальной жизнью. Мы стараемся всегда, вот, очень хорошо помогает не просто так, вот ты вот должен вот так вот поступать, а давайте, ребят, рассмотрим конкретную ситуацию. Вот так-то, так-то, так-то. Как вы считаете, вот здесь, как надо было поступить правильно, по-божьему? А как они поступили? А почему так получилось? И могли ли они сделать по-другому? Когда разбираешь конкретные ситуации, всегда вот, применяя это все, вот то, о чем мы говорили на практике, иногда многие вещи дети знают, им их учат родители, им об этом рассказывают бабушки и так далее. Поэтому школа, опять же, в этом деле работает. Поэтому свои какие-то они тоже предположения могут давать. А наше дело подправить и показать, что если человек поступает по-божьему вот в этой конкретной ситуации, он всегда оказывается в выигрыше.
Поэтому именно разбор жизненных ситуаций, он очень-очень важен. И вот, конечно, есть разные методики преподавания, мы можем найти их очень много. Я в свое время оперся на, вот, мне очень понравилась программа Галины Григорьевны Алексеевой из Екатеринбурга. Она называлась «Развитие нравственности на основах православия». Мне она чем понравилась? Ну, мало того, что она была достаточно проработана, прям вопросами конкретными по урочным. Плюс к этому она, ну, очень живая и привязана к действительно реальной жизни была. Но какие бы мы программы ни взяли, для нас надо иметь в виду одну вещь. Навязанное знание всегда усваивается значительно труднее, чем знание, которое человек хотел получить. Поэтому я всегда так, если есть возможность поговорить с ребенком на тот вопрос, который его интересует, программа отодвигается, и мы разговариваем на этот вопрос. Поэтому, когда человек задает вопрос, он и слышит ответ, и воспринимает его. Поэтому, вот, когда я очень рад, когда у детей есть вопросы, серьезный вопрос, конечно, ну, мы знаем в школе, да, в обычной бывают такие ситуации, когда человек для того, чтобы сорвать урок и не дать возможности донести программу, начинает какой-то вопрос задавать философский, в надежде на то, что учитель отвлечется и полурока проговорит не по теме. Если вопрос по теме, и действительно он серьезный, обязательно надо дать ребенку на него ответ. Ну и, знаете, как вот я столкнулся с тем, что в некоторых моментах преподавания иногда строится оно таким образом, как бы от противного. Если ты не будешь исполнять заповеди, если ты будешь грешить, тебя ждет страшный суд, бесы будут иметь над тобой власть, там колдуны и так далее. То есть мы действительно в нашем общении с детьми больше, и, да, к сожалению, и со взрослыми тоже священники тоже, больше внимания уделяется дьяволу, чем Богу. Это неправильно. То есть, да, никто не говорит о том, что не надо говорить о грехе, не надо говорить о страшном суде, воздаянии и так далее. Но больше, на мой взгляд, детям надо преподавать именно и преподносить нашу веру именно с положительной точки зрения. Что дает вера человеку? О защите Божьей мы можем говорить, о помощи Божьей во всех делах, о мирной совести, как это здорово, о том, что смысл жизни у человека имеется, если он верующий. И радость богообщения, что ты испытываешь и что ты можешь почувствовать, будучи в храме. Действительно, не только информация, а твои ощущения внутренние. Что ты испытываешь от того, что ты пришел? Понятно, что, да, это мы взрослым говорим, что недостойно человеку, если мы приходим к Богу только получить некоторое облегчение. Как некоторые говорят, я схожу в храм, да, и мне так хорошо, так легко становится. И ради этого облегчения он сюда приходит, не делая дальнейших каких-то шагов. Но эта сторона, она тоже есть, о ней тоже надо говорить детям. Ну и, конечно, мы говорим о том детям, что если ты становишься чище и светлее, то подобное тяготеет к подобному в духовной жизни. То есть вокруг тебя собираются настоящие друзья, круг общения твой состоит из хороших, настоящих, добрых людей. И тебе же от этого будет хорошо. Вот. Ну и, конечно, вот в преподавании очень важно использовать систему образов. То есть все, что впечатывается, все, что, все органы чувств должны быть задействованы. Если это просто сидение за партами и слушание монолога преподавателя, то часто, ну, очень быстро интерес пропадает. Поэтому сюда подключать надо все. Где-то свечу зажгли, где-то ладан воскурили, дали им понюхать. Даже просто дать понюхать его в таком виде, еще не зажженным. Дать возможность послушать церковные песнопения, посмотреть прекрасные иконы какие-то, да, и сходить в храм, ощутить вообще саму атмосферу храма. Надо помнить о том, что дети очень тяготеют к игре, конечно, да, и долгое сидение их-то. То есть можно перемежать это все играми. Есть сейчас замечательные настольные игры, и те же самые храмы можно собирать, и пазлы, и лото. То есть вроде бы как интеллектуальная часть, но она в форме игры проходит. Даже сам экзамен можно проводить в форме игры. Поэтому вот эти вещи, которые для обычной педагогики естественны и понятны, здесь их тоже нельзя забывать.
Вот. И для нас, конечно, очень важно здесь, чтобы действительно была и совместная молитва когда-то, совместные какие-то дела. То есть, когда дети, вот он, многие воскресные школы, сделали концерт для своих, там, поздравили, например, бабушек с Днем Победы или там со Днем Победы Сталинградской битвы. И потом с этим же концертом совершенно спокойно можно выехать в ближайший детский дом, в дом престарелых, в наш хоспис там, или еще куда-то. То есть всегда есть возможность куда-то выйти. Для детей это очень важно, что они не варятся в собственном соку, а куда-то выезжают. И совместные поездки вот, со взрослыми, не только молитва, но и совместные поездки паломнические со взрослыми куда-то, это, с прихожанами, это тоже происходит вхождение. Ведь наша задача не только дать информацию, не только как-то их подрастить, но и чтобы воцерковление произошло, чтобы они постепенно входили в состав нашего прихода. И поэтому, конечно, когда они вместе, круглосуточно, это более эффективно получается. И есть еще интересная такая вещь, которую мне бы очень хотелось вам посоветовать тоже, на которую дети очень хорошо откликаются. Это, ну, дети все любят сказки. И можно как раз на примере русских сказок удивительнейшие вещи объяснять простым языком. Ну, сказка о рыбаке и рыбке, да? Пожалуйста, вот вам ненасытность и горделивость этой хозяйки. Сказка о царевне лягушке. Здесь даже какие-то богословские вещи есть. То есть она говорит, что Ванечка наделал? Мне оставалось 3 дня всего побыть в этой лягушачьей шкуре. То есть потерпеть смиренно, и я бы навсегда свободная была. А вот ты сжег эту шкурку, и теперь Кощей бессмертный меня забирает. Вот. Поэтому многие вещи, которые там есть, их очень хорошо можно трактовать с православной точки зрения. Или замечательная сказка о Марье Марине, когда там Ваня ведрами Кощея бессмертного отпаивал и вернул ему силу. Вот он вам пример, что мы делаем с бесами, как мы им потакая, даем возможность им власть над собой получить. То есть можно, да что угодно, посмотреть, колобок непослушания, да, там, ну, много чего хочешь. Вот эти вещи, они для, особенно, конечно, ну, больше для маленьких детей, но самое интересное, что и более взрослые дети на это откликаются, они вдруг на эту сказку смотрят немножко другими глазами. Она привычна была для них с детства, но больше как развлекушечка какая-то. А здесь вдруг оказывается, что какие-то более глубинные смыслы появляются. Вот. И, конечно же, вот, очень хорошо использовать, не, ну, мы говорили о разборе ситуации, какие-то реальные истории жизни. И, знаете, когда это где-то там, какой-то святой, далекий от нас, вот он добился святости, это воспринимается, но более далеко. А вот когда человек говорит, вот со мной произошла вот такая конкретная ситуация, он рассказывает о случаях исцеления или чудес каких-то, или исправлении жизни удивительных, когда человек вел греховную жизнь и в корне поменялся, потому что с ним вот что-то произошло, какое-то такое Божье посещение. Вот. Ну и еще раз о том, что если все-таки родители имеют желание и возможность вместе с детьми здесь быть, то мы должны, конечно, всячески это приветствовать и использовать разные формы, в которых было бы участие и родителей тоже, или в подготовке праздников, или в паломнических поездках, или в выходах каких-то, или просто каких-то делах. И в этом отношении также замечательная вещь – это приходские лагеря. Многие боятся их организовывать. Понятно, что если выезжать куда-то, здесь и денежные затраты, и ответственность большая и так далее. Но мы вот попробовали такую форму, кстати, взяли пример с храма Рождества Пресвятой Богородицы. Они как-то с этого, трудовые лагеря они делали. И мы делаем. И до сих пор делаем. Вот. Ну, вот, да, и мы с них взяли пример и нисколько не пожалели, потому что это замечательная вещь, когда дети приходят на какое-то время летом. Успенский пост, всегда у нас Успенский пост. Как раз время труда.
И вот они. Тут видите, какая замечательная вещь. Дети не спят где-то в палатках, и нам за них отвечать не надо. Они спят дома, и за них отвечают родители. Да? Они имеют возможность потрудиться. Если вдруг так вот совсем ему не захотелось, но он взял и не пришел. Есть возможность, опять же, вот мы начинали с палаточных лагерей, 8 лет мы возили в палатку, и периодически возникали такие проблемы, когда кто-нибудь отвязался окончательно, да, какой-нибудь ребенок, и возникает вопрос, что с ним теперь делать. По-хорошему, его надо было вернуть в город. Но это тогда кто-то должен быть из взрослых, кто поедет, его отвезет, или звать родителей. Тут сложно. Тут мы его берем и говорим, так, дружок, больше ты не приходишь, да? И он иногда, даже вот это вот лишение его общения на него действует, он там через день приходит с покаянной головой и опять начинает участвовать в жизни. И здесь в городе, опять же, и по храмам можно съездить, и привлечь любого человека, который нам интересен, но который не поедет ко мне туда в поле, а сюда он приехал на 2-3 часа, провел мастер-класс, или о чем-то поговорил с детьми, или поиграл, или еще там на мячах вот они там подрались. Ну, замечательно. Поэтому возможности есть. Надо их просто использовать и помнить о том, что дети – существа радостные, и с другой стороны, мы должны сделать их жизнь радостной. У нас в свое время, несмотря на все сложности, все-таки было счастливое детство. И так жалко, когда наши дети, они действительно погрязают вот в это потребленчество и забывают, сколько велики бывают духовные радости. Наша задача им это показать. Дать им возможность играть, дать им возможность общаться, дать им возможность трудиться. Да. И все это вместе, оно как раз дает возможность им дружить, и в результате то, что мы им потом пытаемся говорить о Боге, оно ложится на благодатную почву. Они это воспринимают значительно лучше. Им хорошо, им должно быть в воскресной школе хорошо. Если нам это получится, то я думаю, что и сможем мы достучаться и донести информацию. Машка, и можно вот по поводу трудового лагеря? Очень они любят и важно в конце этого лагеря чтение Евангелия. Когда они просто это очень хорошо работают, они так любят, каждый берет Евангелие, открываем вот то, что сегодня читается, каждый читает одну строчечку свою. Перед началом мы говорим, что такое Евангелие, кажется, какое-то слово они вспоминают. И когда мы отзывы, смотри, что мне нравится в трудовом лагере, прям всем нравится Евангелие. У нас даже приходили нерусские дети, они глядели, что мы с ними, а можно с вами? Они были, это муж, папа их голову не отрежет, потому что они не на мусульмане. Да. А я говорю, нет, давайте спросите у родителей. Мне приходит шикарным веником, мама дала веник, разрешила. И что интересно, что им так понравилось, они понимали, кто читает Евангелие. И она приходит маленькую сестренку, говорит, можно ей на Евангелие? Ей сказала, так интересно. Только она читать не умеет, русского не знает. Я говорю, можно. Но вы это на современном русском читаете или на церковнославянском? Нет, мы читаем вот Евангелие русскими буквами, Ну, на перевод. Ну, как? Ну, да. Ну, понятно, там написано не так, как вот священник читает во главе. Понятно. На русском языке, да, вот каждый читает, и потом мы обязательно обсуждаем, что они поняли, и как они это, и как это уже, у них столько примеров, у них столько есть чему поучиться. И они вот это очень глубоко переживают. И то есть вот закончилась работа, все, моем на место ставят чтение Евангелия, всегда перед трапезой. Вот это важно. Начинаем мы канон молебный Божьей Матери, там тоже кто поет, кто стоит, как воин, кто сидит, кто лежит, кто как может. Но я говорю, батюшка сказал, что главное – это труд души. То есть канон молебный Божьей Матери, чтобы у нас и храм, и чтобы мы думали, чтобы все. То есть и начало с молитвы, и заканчивать Евангелием. Вот это очень… Это очень хорошая привычка потом и во взрослой жизни тоже. Это и есть. Сердцевина нашего предательства. Да, Евангелие, Слово Божие. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо. В районе дети были с ДЦП. Ну, понятно, что коли у родителей дети, ребенок с такой болезнью, то у них предрасположенность к встрече с священником, к разговору со священником тоже очень большая. Да? У них такая трагическая ситуация. Но, тем не менее, когда мы стали говорить о православной культуре в школе, то отцы были категорически против. Один папа даже так и говорил: «Я не хочу, чтобы сын был мой чмо».
То есть в его представлении всякий верующий человек – это вот такой человек. Ну, я как священник, конечно, вышел из положения, сказав, что по-вашему, чему были Александр Невский, Суворов там и все, да? Вот достаточно, ну, нужно было 4 родительских собрания, именно 4 собрания, посвященные встрече со священником, чтобы переубедить родителей и переломить их отношения, дать им возможность пересмотреть, да, показать альтернативную позицию, чтобы они добровольно могли согласиться со священником. И тогда получилось так, что детский сад в старших группах стал организовать православные группы, и через 3 месяца занятий православной культурой родители тоже изъявляли желание покрестить детей, и крестили их прямо в детском саду. Это был такой праздник детского сада. Вот мне кажется, это такой, может быть, яркий характеристикам и примером вот, организации такой детской взрослой суббытийной общности, потому что совместное бытие, а понятно, что для детского сада это новая практика взаимодействия с родителями, вовлечение родителей, да, еще церковные наши практики традиционно-культурные это позволяют делать. А вот то, что касается вот вашего вопроса, как задействовать, да, чтобы ребенка все это прошло, мне бы виделось это так. Когда мы, вот это надо нам взять во внимание, но это то, чем, на что педагоги очень часто не обращают внимания в силу отсутствия общей богословской и общей религиоведческой такой подготовки. Да? Вы получали образование, где об этом не говорили. Мы всякий раз, когда говорим с детьми о Боге, о церкви, о святых, мы вторгаемся всегда в область их религиозных переживаний и религиозных чувств. Надо иметь в виду, что религиозная способность как дар Божий есть у каждого человека. И у ребенка есть свои этапы развития этой религиозной способности в разные периоды детства. Этому посвящены многие исследования психологов, как религиозное чувство развивается в разные периоды детства. Какие целесообразно применять методики, технологии, антропопрактики всевозможные, чтобы это религиозное чувство укреплялось и возрастало, и становилось совершеннее. Но вот, к сожалению, педагоги по большей мере не принимают во внимание этот фактор. А для качества, для эффективности работы, конечно, необходимо этот фактор принимать во внимание. Но надо тогда подумать, как донести до педагогов, может быть, через какие-то курсы повышения, да, там, подготовки, да, чтобы педагог мог разбираться в психологии развития религиозной жизни ребенка. И тогда вот гораздо легче педагогу будет уже подойти. А на вопрос у детей же можно сделать программку? Каждый педагог спросит, какого ребенка что интересует, а потом составить по поводу этого будущего, вечной жизни, ну, конечно, каждый педагог, если во внеурочной деятельности, да, он может предложить детям программу или кружка, или проекта, проекта какого-нибудь, да. Светлана Алексеевна, ну, вы продолжайте дальше. Да, и, кстати, могу еще рекомендовать вам Ивана Александровича Ильина. У него огромное количество педагогических трудов, в том числе и «Путь духовного обновления», и о будущей России. И он как раз там очень четко и пишет, надо найти короткий и близкий путь к сердцу, чтобы научить его стремиться к добру и стыдиться зла. Вот он указал этот алгоритм действий, и там у него много-много-много на эту тему. Он педагог, помимо того, что он религиозный философ, он педагог. Поэтому если начинаешь вот это все читать, то очень многие вопросы отпадают. Только дорога отделит и вещи. Ну и как уже вопрошала Людмила Ивановна, литература. Литература. Людмила Ирина Юрьевна Лунева сейчас нам расскажет, как она на своих уроках использует художественные тексты для нравственной ориентации. Гимназия номер 6. Добрый день, друзья. Небольшое такое уточнение. Скорее, мое выступление будет не в формате доклада, не диалог. Более того, в этом году, в 10 классе, который я взяла, у нас первый раз такой за 30 лет, у нас 5 уроков литературы, что очень редкая вещь, и 4 урока русского языка. И поэтому общение с детьми
через слово идет очень доброе, хорошее. И вот, вот свое вот это вот ощущение, свои эмоции я начну с таких слов. С чего, собственно говоря, и была начата сегодня наша беседа, наши рождественские чтения. Нравственность – это истина о Боге, любви, России. Нравственность – это мысли искренние и святые. Нравственность – это совесть, что спать не дает ночами. Нравственность – это повесть, что пишется всеми нами. Нравственность – разум сердца, повиновение в свободе. Нравственность – это дерзость тех, кто ее находит. Нравственность – все, что счастье – это добрая воля. Нравственность – это ясность, недопустимость боли. Нравственность – это связка всех борющихся со злом. Нравственность – это прекрасно, как мир наш перед Рождеством. Вот я намеренно начала свое такое эссе с реминисценции, строчки, прочитанные мною, это строчки, принадлежащие Гегелю, Пестолоцци, Достоевскому, Флоберу, Шукшину и Булгакову, Лихачеву. Невыносимо думать, что кто-то в нашем мире, может быть, даже сейчас, вот в преддверии таких красивых, такого красивого и доброго праздника, на планете напрочь игнорируют такие понятия, как духовность, нравственность и все то, о чем мечтали величайшие умы человечества. Все это просто-напросто игнорируется. Те речи и те статьи, которые мы читаем, слышим, наполнены какими-то словами-убийцами, их размышления о власти над миром, их размышления о захвате чужих территорий, об испытании каких-то баллистических ракет, это все очень страшно. А мы, живущие вот в ожидании этого чуда, ждем, как писал великий поэт, его всем сердцем с болью о Христе. Почему с болью? Должно быть потому, что ничем никогда человек не может выразить свою любовь к нему в той полноте, как он этого хочет. Это любовь полунема в нас, и невозможно с этим мириться. Вот почему нет исхода этой боли. Прекрасны по своей сути и рождественские чтения сами по себе доказательства этого. И очень хочется, чтобы наши дети, наши с вами ученики, пронесли вот эту светлую, такую нежную печаль по своей жизни. Нам есть что сказать им, вернее, будем говорить не мы, а о тех, кого мы любим и кого выберем с, опять-таки, с нашими же детьми для разговора, для диалога на уроках. Именно вместе с ними, иначе диалога не получится. Ибо нельзя поверить нелюбимому, тут убеждение не в счет, а истина приходит, проходит мимо, не трогает и душу не берет. Но если видишь, как горят глаза, ты тоже голосуешь за. Вот наша с вами миссия всем на земле напомнить о Христе, о духовных скрепах, нравственных опорах, чрезвычайно ответственных, крайне сложна, поскольку сколько нужно переворошить чужих мыслей, чтобы сначала они стали твоими. И предстоит вобрать в свою душу все богатство мира, все новое и старое в жизни, все потери, победы, разочарования и радости человечества, всю его мудрость и всю его беду. И вот, конечно же, это огромное счастье, когда ты можешь этим поделиться с нашими детьми, этим опытом, помочь им обрести эти духовные скрипы, которые будут их достойно держать на этой земле. Цель жизни – жизнь. Главное и самое великое ее тайна – это рождение. И что бы ни случилось потом, важно, что оно есть. Прошли сотни поколений, миллиарды людей, будущим им не с числа, и всегда будет бессмертен свет божественного существования и любви людей. И пусть она, эта любовь, которую можно назвать благоговением, останется до тех пор, пока земля еще вертится, или, как у нашего Пушкина, благоговея богомольно перед святыней красоты. И речь идет здесь не о общепринятой красоте, а над неразгаданной бездной бытия, над вселенским ничто, когда-то появилась звезда, маленький огонек, сначала хрупкий, беспомощный, беззащитный, но в то же время неуничтожимый символ вечного чуда, священной веры и бессмертной любви. Вот на этот огонек счастью идти всем нам, учителям и детям. А чтобы вот посмотреть, как этот диалог состоится, у нас диалог не состоится, я просто всегда приглашаю на свои уроки. Вопросы к Кирилле Юрьевне есть? Во-первых, у нас так получилось интересно, что и пленарная часть закончилась словами ученицы Ирины Юрьевны, и выступления на секции закончились самой Ирины Юрьевны. Поэтому я говорю, может быть,
вопросы появились, потому что сначала был результат труда. Ответы появились. Пожалуйста, Танечка. Кратко. Сегодня мы слышали братья Фестера. Как раз то, чего бы давно мы священники, я не слышал, допустим. Во многих темах касались сегодня, мы знаете, чего? Третьего состояния. Говорили о добре и зле, говорили. Потом вопрос, помните, о плаче над немецким, то есть над злом. Это выше добра и зла, познали добра и зла. Это то состояние, где были Адам и Ева. В раю. То есть они добра и зла не знали, то есть они находились в благодати. И просто как помар, даю ноги, как-то хочу пояснить. Наше таинство служения как раз в этом заключается, чтобы нам войти в то состояние, где мы уже с той, с абсолютной точки спокойствия такого, равностояния такого, да, когда мы очищаем святых тел и крови Господней, имея возможность уже различить правильно, отрезать, оценить обстановку этого добра и зла. И не только добро избрать, но еще и подумать о злом. Это почему Господь сказал, помните, любите врагов ваших. Вот все спортсмены, чемпион каратиста, не помню, как его сейчас, каратист, там, чемпион мира. Он так говорил, интервью я его слышал. Что, говорит, он врага любит, он своего оппонента, он не хочет ему нанести вреда. Буквально вчера по Спасу тоже был борец один, Александр, не помню. Карелин. То же самое, если видели, да, то же самое. Он говорит, что ни в коем случае он его не имеет отношения к своему врагу, зла вот этого, такой вражды сильный. То есть, понимаете, в чем дело? И сегодня как раз во многих темах касалось вот этот момент. Ну, еще хочется вот о чем сказать. В Евангелии есть такие слова, Господь говорил, знающий и не исполняющий вид будет больше, чем не знающий и не исполняющий. Поэтому у нас спрос большой с педагогов, со священников, со всех, кто имеет доступ до детских душ. Тем более в советское время, как мы с вами знаем, да, у нас было такое 5 минут у каждого учителя, у педагога, и он имел право рассказать о своей религии. Знаете, вы не знаете, в курсе вообще? Или в курсе? То есть в застойные времена у педагога, ну это направлено было на то, чтобы опорочить церковь, но свой атеизм внедрить. То есть это было на то направлено. Но тем не менее, педагог имел право. Конечно, кто-то боялся, кто-то потихонечку, кто-то рассказывал, кто-то. Здесь, конечно, отступления были многие у людей. Но когда сейчас понимаете, что сейчас время благоприятное, поэтому просто хочется как бы, значит, ответ предотвержать нам за наши подопечные люди, чтобы они не наделали грехов, наши подопечные, по крайней мере, дети, да, наше подрастающее поколение, чтобы они не совершили хотя бы грехи наших праотцев, да, которые в застойные времена были. И тем самым смогли как-то вот именно уклониться на сторону православного бытия, унаследовать Царство Небесное, а это как раз большой стимул, я так думаю, да, по-моему, самый главный. Потому что, смотрите, ни у кого же нету спасения, у католиков святых нету, мы сами знаем, да, 1000 лет православия, 1000 лет у них как раскололись, они православия, так, полк произошел раскол. Или возьмите армянскую церковь, да, 1500 лет, да, тоже ни одного святого, мы не знаем, нету ни святых, понимаете, в чем дело? Это надо взять на вооружение, чтобы как у детей это как бы, ну, стимул был, чтобы заниматься именно не. Это о чем я говорю? Чтобы не было экуменических вот этих воззрений. Потому что это страшная вещь, когда мы говорим, а вот глянь, хорошие люди там живут, вы на вере есть. Действительно, я сам вам скажу, что да, действительно есть люди. А возьмите немецкую страну, да? Там у них просто вообще нету. Чем это объяснить? Тем, что борьбы нет. Там их врага не трогают, а у нас соблазны есть. Потому что враг кого трогает? Кто идет ко спасению? Кто как раз делает, того и искушение, того искушения. Кто борется, того и враги встают. Вот такие вот мне как бы пожелания, как бы такие вот. Так спаси Господи, да, все что. То есть, это спрашивает. Ну, мы с вами потихонечку подводим итог нашей работы. Вот, знаете, в основном тут все-таки все педагоги или люди, которые занимаются воспитанием. Мы начали свою секцию с темы притч. Я хочу обратить ваше внимание на одну притчу, которая содержится в Евангелии. Отец говорит сыну, пойди и сделай. Сын говорит, да, конечно. И не идет, и не делает. Но потом раскаялся, пошел
и сделал. Говорит второму сыну, пойди и сделай. Он говорит, пойду, а потом, да, передумал и не пошел. Обратите внимание, я ваше внимание хочу обратить вот на этот момент. Нет третьего типа сына. Третьего типа нет, есть только два. Тот, кто говорит да-да-да, и потом не делает. И тот, кто говорит нет, а потом раскаивается и делает. Это вот нам заповедь наша педагогическая, чтобы мы понимали суть нашей вот падшей природы. Понимали и умели это все распознав. Да, мы сегодня уже говорили об этом. Семя. Семя. Вот вы говорите религиозное. Семя. Каждое слово, которое мы отнесли к ребенку, донесли до него, оно никогда, никуда не денется. Может пройти 10, 20 лет, 30 лет, оно все равно прозябнет, церковно-славянское слово прозябнет, увлажнится и чуть проклюнется эта семечка, а потом, безусловно, даст плоды. Чтобы мы в этом нисколько не сомневались, чтобы мы прекрасно понимали, что мы имеем с вами на каждом шагу живительные источники, что мы на каждом шагу имеем знаки, узоры. И наша задача только расшифровать это и донести это все до ребенка, возрастить в нем положенную нам ниву. Потому что ответ мы будем давать очень серьезный за каждого человека, которого Господь привел к нам на нашем пути, за каждого. Потому что если мы православные люди, мы прекрасно понимаем, случайностей в этой жизни нет. Все, что с нами происходит, это промыслительно. Вот если мы будем жить с такой верой, то нам не будет легко. Легко нам никогда не будет. Но нам будет все понятно. Нам будет все понятно. По крайней мере, мы, если сами определимся, да в чем же смысл моей жизни? Вот следом за нами и дети наши поймут, в чем смысл нашей жизни, его жизни. Значит, смотрите, нам с вами осталось, вот все-таки очень хотелось нам после этих первых чтений, ну нет, это не резолюция, конечно, потому что у нас фактически, у нас чтение, у нас конференция, ну какие-то вот рекомендации. Я совершенно не хочу сейчас это все вам зачитывать, потому что, ну, я так вот, это такие вот фразы естественные, что я перечисляю здесь, кто собрались, надеюсь, вы мне верите, что это вот, кто здесь собрались, какие вопросы мы обсуждали, вот. Но я бы хотела обратить ваше внимание на так скажем, рекомендации своего рода. Вот, например, отец Христофор предложил каждому приходу и школы подумать о планах взаимодействия, обновления содержания, воспитания с помощью церкви. Вы не возражаете, если я это предложение вот в наше обращение включу, да? Нет возражений. Может быть, еще есть какие-то пожелания? Ну, мы долго говорили. Вот видите, Почаще причащаться педагогам, тогда будет легче размочить все эти трудности. Да, отец Владимир, это хорошая вот идея. Обыкновенно бывает, если есть какое-нибудь методическое объединение учителей, то вот очень хорошо, если батюшка будет окормлять этих педагогов, консультировать, наставлять, поддерживать. Что-то да, большая роль священников. Да. То есть, может быть, вот у нас есть метод объединения педагогов Красноармейского района, преподавателей ОРС. Но мне бы хотелось, чтобы это объединение расширилось и вобрало в себя и тех педагогов, которые начинают с 5 класса, уже начали с 5 по 9 класс работать по предметной области. Значит, вот Полина Геннадьевна нам говорила о предмете. Это не предмет, это предметная область. Да, это предметная область. Вот педагогов вот этой предметной области. И, может быть, тогда мы будем просить или отца Сергия, ну, в общем, чтобы за нами, например, за этим методом объединения был закреплен батюшка. Ну, да? Отец Сергий, нужен такой священник, который как-то маломальски знаком с педагогической деятельностью. И потом, ведь у многих педагогов собственное духовное развитие происходит через профессиональную деятельность. Да? Я знаю по курсам,
проведем курсы, и всегда педагог говорит, а можно личный вопрос, а можно вот что-то личное задать. Поэтому надо такого священника подобрать, который мог бы и как духовник в личном отношении педагогов поддерживать, просвещать, рассказывать. Педагоги очень хорошие люди, великие труженики, ну, в общем, их тоже надо поддерживать. Ну, батюшку, который бы адекватно вот мог. Адекватно, да. У нас есть все священники хорошие. Один хороший молитвенник, кто-то хороший строитель. Но не каждый священник может общаться с педагогом. Здесь вот действительно, ну, так вот подобрать надо такого батюшку. Ну и вот таким образом, значит, вот если других предложений нет по нашему, так сказать, обращению к общественности города, мы это обращение выложим на нашем сайте и на сайте Академии, и, я думаю, на сайте, да, отец Евгений Благочиния Красноармейского района. Ну вот для того, чтобы на следующий год, Богу даст, соберемся, чтобы нам было видно, что у нас получилось, а над чем еще надо работать. И вот у нас слово просит библиотекарь. Ну, вы сами представитесь, да? Ну, просто так, не плановая. Библиотекарь храма Успения Пресвятой Богородицы. Мне хочется, дорогие педагоги, сказать вам, учителя наших детей, поскольку я мама троих детей, и дети у меня сейчас учатся в школе, такой просто зов души. Во-первых, у нас при каждом храме есть библиотеки. В нашем храме Успения Богородицы библиотека насчитывает 2000 книг. В субботу, воскресенье библиотека открыта. Вы можете прийти и взять любую книгу, которая вам нужна. И жития святых, и закон Божий, и священное писание. Вы можете побеседовать с библиотекарем, побеседовать со священником любого прихода, побеседовать с любой матушкой, которая ведет воскресную школу, и ваши дети ходят в наши воскресные школы. То есть можно тесно пообщаться. Мы вас к этому приглашаем. Ну и, конечно, если не будет вот этой тесной взаимосвязи учитель, ребенок, воскресная школа, храм, то, конечно, ничего и дальше этого не будет. И, конечно, вот та тема, которая сегодня освещалась, о любви, мне очень понравилась она как матери, и хочется, конечно, чтобы мы сами над собой научились работать. Мы взрослые, если мы будем сами над собой работать, жить духовной жизнью, тогда вот вы, первые ласточки, сейчас полетите в свои школы. И вот эту информацию, которая вам сегодня здесь была донесена, ну, донесите до других учителей, за чаепитием, за каким-то, может быть, тесным кругом. Пусть вот вы, первая ласточка, полетите, пусть будет вокруг вас еще 5 ласточек, которые смогут в вашей школе вот это все наладить. Потому что страшно, когда сегодня приходит ребенок со школы и говорит, мама, она у меня закончила 4 класс, а сейчас в 5 классе, я не буду называть школу. Вот. А вот учитель вот по трудам, по рукам нас бьет, потому что я не туда-сюда кручу колесо, мою, слава Богу, не бьет. Вот. Мне страшно. Потом приходит на сочинение, мам, вот это вот так кричит, ну просто кошмар, все время кричит. Я говорю, Надь, ты глазки опусти, читай Богородице, Дева Радости, тебя же ведь это не касается. Мам, а другие как? И вот сегодня такая проблема, что учителя кричат. Почему мы кричим? Мы сами не можем себя духовно взять и в свой внутренний мир сохранить и передать вот это детям. Так вот я просто как мать, я сегодня случайно к вам попала, вот, вы уж меня простите, но мне хочется, чтобы вы первые ласточки, вот это вот в школе в своей, вот как-то вот все-таки с детьми, давайте с любовью, тогда и наши дети, они готовы любить, они готовы слышать сегодня Слово Божие, они готовы отвлекаться. Спасибо, Господи. И в заключение слово. Во-первых, дорогие братья и сестры, вас хочу всех поблагодарить. Я действительно хочу за честь быть сегодня на такой конференции с вами, прекрасными людьми, действительно, которые не все безразлично, которые хотят изменить, конечно, вот такой вектор направления в нашей, или в школе, там, в государстве, в городе, как говорится. Мы все как бы являемся патриотами, чтобы он был действительно духовно-нравственный, основан на православной вере. Вот. И мы видим, что это подтверждение само есть, это тысячелетняя история нашего государства. Ибо жива вера, жив народ. Тогда Святая Русь возрождается. Вот. А если когда вера умаляется, то мы видим, сколько пороков и страстей обрело наше общество. Вот. После, когда было воинствующее безбожие, власти искореняли веру, конечно, мы
жертвами, может быть, действительно стали этого всего. И сейчас нам благодатные времена нам отпущены Богом. За счет наших, может быть, прадедов, там, прабабушек, которые в эти времена жили, которые за веру стояли. Мученической кровью, они сколько они пролили ее. Вот. И за вступление Божьей Матери мы сейчас находимся в таком мирном времени. Нас никто не может запретить нам пойти в храм Божий, исповедиться, причаститься. Потому что действительно грехи и страсти находятся не в теле человека, а в бессмертной душе. Человек умирает, тело земли продается, а душа идет со страстями и грехами к Богу на суд. А всякая нечистота у него Царство Небесное. Поэтому нам самим нужно очищать свою душу покаянием, постоянно иметь ревизию духовной жизни. Как я прожил день, какие мне мысли приходили в голову, на сердце, а угодно ли Господу или нет. Поэтому надо, конечно, проверять все с Евангелием и учением Матери нашей Церкви. Хотя бы минут 15-20 читать святых отцов. Обязательно. Они нас, как зеркало души, показывают нам, как мы живем в правильном векторе, находимся или нет. Потому что каждый ум человека, он заражен злом, добро со злом перемешано. Вот. И поэтому освободиться от зла мы сами не можем без помощи Божией. Поэтому надо учиться молитве прежде всего. Вот. Иисус молит, идем мы и молимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи помилуй, благослови на все. И так с Божьей благодатью, помощью нам будет намного легче и трудиться, и семейные как бы, узы беречь, и детей просвещать, конечно же, будет помощь Божия. Потому что Господь говорит, без меня не можете творить ничего. Я лоза, вы ветви. В грозди. Поэтому, раз мы находимся во Христе, нам Господь и помогает. Вот. Поэтому регулярно, конечно, я, конечно, советую, могу посоветовать, конечно, быть, хотя бы раз в месяц спать, причащаться. Ну, хотя бы два месяца раз, обязательно, чтобы начать духовную жизнь. Потому что самая великая победа – это над собой, когда мы свою гордыню перебарываем, вот, заставляемся идти в храм. Потому что наша, как вы знаете, многие, да, наша плоть не хочет ни молиться, ни стоять в храме, а жить, чтобы ласкали, вот, и всячески уважали. А души мы тогда не родим. А Господь говорит, кто не вот, ищите прежде всего Царство Небесное, правду Его, остальное вам все приложит. Значит, мы должны его искать, и правду это в жизни, и быть самим. И вот святой преподобный Серафим Саровский, как и говорит, говорит, спасись сам, вокруг тебя тысячи спасутся. Вот. Сам в познание истины приди. Вот. И будешь светильником тогда. Мы можем даже мало говорить, но если у нас будет жизнь праведная, вот, во Христе, вот, когда мы будем совершать заповеди Божии, то это будет негласный пример и всем, и окружающим, и ученикам, пожалуйста, это все будет. Вот. И только так мы можем возродиться, только в лоне Матери нашей Церкви. Вот я еще раз хочу вас поблагодарить, вот, пожелать вам здравия духовного и телесного, помощи Божией в ваших непростых трудах, действительно, вот, непростых. И сам Господь говорит нам, не бойтесь, малое стадо, я с вами до скончания века. Поэтому говорит, где двое или трое во имя мое собрано, там я посреди них. Вот мы только говорим о Господе, два человека, а с нами уже Христос. Представляете, какое великое счастье для нас. Вот. И он всегда будет с нами. Христа Богородица, святые ангелы, святые небесные силы. Потому что, говорит Иван Кронштадтский, праведный отец наш, говорит, нет духовного расстояния между миром невидимым и миром видимым, только нравственность определяет его. Есть нравственность, если нет духовной нравственности, все, мы далеко от Господа, согрешаем и все. Вот. Поэтому, конечно же, что нам определяет Церковь Святая, и Господь нам дает заповедь для чего? Чтобы нам было, счастье было нам. Мы его все ищем. Вот, поэтому она находит счастье, как мы говорим, внутри человека, и от нашей воли будет зависеть, там будет счастье или несчастье, Господь или дьявол. Все, что мы выберем, вот, то и будет. Вот. Поэтому и мы читаем «Отче наш» молитву, да будет воля Твоя. Значит, не моя грешная, а Твоя, Господи. Значит, по воле Божией нам грешным надо жить. Покаяться и жить. И сам Христос пришел на землю, первого слова «покайтесь, ибо приближилось стало Царство Небесное». То есть покаяние, с головы на ноги надо встать и жить правильным путем идти, взять крест свой и следовать за Господом, не озираясь назад. Мы здесь на земле странники, поэтому цель мы должны положить в этой жизни только прибиться ко Христу, чтобы наш дух соединился с Духом Божьим, вот, через исполнение закона Божия. Вот. На что я хочу вас поблагодарить и пожелать Божьей помощи. На все. Можно я благодарность за активное участие в рождественских районных чтениях Церковь образования, нравственность как залог целостности государства. Хочу вручить игумену Христофору, казанск, который действительно у нас в епархии очень активным
человеком является, вот, и очень благодарному, действительно. И он, действительно, не плавая рука, в этой стезе, конечно, он я профессионал, можно так сказать. Вот. Ему пожелать, конечно, еще больших, как бы, сил Божьих. Работ. Да, и работ. Он молодой, красивый. Также хочу поблагодарить директора школы Арефьеву Веру Ивановну, кому-то получить. Вот. Ну, мы молимся за нее, я молюсь. То, что она откликнулась для этого святого дела для нас, вот, предоставила помещение, угостила. Вот. Вот. Также хотел бы поблагодарить и наших священников, в частности отца Якова, он сегодня не мог прийти, у него вчера день рождения был, а вот матушка Фатиня скоро нам попела. Вот. И вот. Их нету, да, никому не могут. Они ушли на лицо. Ну, матушка была, да. Матушка была, она была. Да. Есть что от прихода Рождества, нету? Ну, тогда я отца Евгения попрошу, он тогда передаст. Отца Валентина тоже нет, ну ладно. Они там провели. Вот у нас отец Валентин, он, в принципе, у него, он закончил педагогический институт, он сам педагог. Отец Яков тоже педагогическое образование. У нас есть большой академик, он отец Александр тоже сидит тут. Вот. Всегда, пожалуйста, мы откликнемся на любой вопрос, который нам задать. С Божьей помощью вам помочь в чем-то разобраться, может быть, в какой-то там ситуации. Или... Ну, что можно, то есть, вот, хочу задать Светлане Алексеевне, преподаватель кафедры образования, за ее активное участие, за наслаждение нашей духовности в школах, конечно. Мы очень вам благодарны, вот, за такую прекрасную деятельность. Вот. Злобного Максима Анатольевича, у нас он тоже аспирант Духовной академии Московской. Тоже, вот, трудов на Божьей Неве. Морозовой Анжелике Юрьевне, преподаватель гимназии номер 2. Спасибо, Господь. Вот так нас благословил. Вот. Ильиной Полине Геннадьевне, педагогу 120. Храни вас Господь. Вот, на многие лет. Мустафиной Марине Владимировне, педагогу гимназии номер 6. Вот. Боже благословение. Мисюриной Дарье Николаевне, педагогу гимназии номер 6. Тоже? Вы, да? Глуневой Ирине Юрьевне, гимназии номер 6. Ну, давайте вам давайте. Я очень вам благодарен, особенно за такой стих, до слез мне, как бы подопечно, да, рассказал. Вот действительно, вот, если такие вот будут стихи и будут до сознания ребенка доходить, я думаю, очень-очень потрясающе. Такое будет способствовать, конечно, духовному возрождению и душе, и сердцу человека. Кудрявцева Елене Валерьевне, педагог 96. Благодарны за вашу деятельность. Вот, слава Богу, что мы с вами вместе. Климовой Елене Леонидовне, педагог 96. Климовой Елене Леонидовне. Очень благодарны за ваши труды на благо церкви и на благо нашего Отечества, можно так сказать. Потому что, как говорит Филарет Дроздов, кто не родится об Отечестве земном, тот и небесном не наследует. Поэтому мы должны все быть любить свое Отечество, которое полито обильно кровью, потом, молитвами святых наших предков, можно так сказать. И они нам, как нам говорят, Русь святая, храни веру православную, ниже тебе утверждение. Вот что он говорит. Вот самое главное, не говорят, что ты, мы накопили там мощность армии, какое-то вооружение, а веру сохранили. Веру сохраним, Бог с нами будет. Мы целостными будем тогда.